Nah. Нет, тут какие-то странные вещи играют. Ну, а вдруг там есть? Есть. Антиклаус, блядь, красно-желтый. Кто? Всего 1500 V-баксов можешь себе приобрести. Странная котейка. На, на. Почти догнала. Ой, у меня какая-то палка не прорисованная. Палка. Смотри, у всех белый, блядь, не прорисован. Нормальная у тебя палка. Да, у меня какая-то белая, она уебищная. Мы на ферму? Моноферма? Мама ферма? Или на берег? Давайте, давайте на ферму. Ну понятно, блядь. Общаюсь потом с вами. У меня, кстати, песня синенькая юбочка и ленточка кассе. Так, на посадку. Да, не видела. Пистон? Пресный пистон, блядь. Клевая штука. Удочка долбаная. Поебочно собрал, блядь. Че нету, у них херня какая-то. Зеленка и одна. Какой козел тут забрал? Плохая примета, когда, блядь, мы на ферме и зона у нас. Угу. Ну, надо просто быстро лутаться и убегать отсюда, блядь. Это... Ну, как всегда, сейчас мы долутаемся. Полностью, полностью залутаемся. Да-да-да. Начнется. Дайте мне сундук. Окей. Хоть что-нибудь-то. Ну окей, все так. Сейчас все соберут. Ничего себе. Не можно нормально? Обожертый. Тихарца хоть позвал бы. Да сейчас я тебе говорю, что тебе дать банку одну. Ну, ну ё-моё. Папара-папа-па. Тут что-то же должно быть. Мик-мик. Знаешь, сколько у меня золотых голов? Сколько? Ну я опять это хуйня. Тебе надо еще одну голову, чтобы апнуть чингиза до конца. Да. Буду очень надеяться, что меня не убьют. А через 2 недели я планировал завершить. Кого? Чингиза. Типа за 2 недели еще 8 часов. Чёрт! Ну да. Где ты берешь, что ли?
Мы сейчас засели с десяточка. Потом 20 за первое место в альянсе дадут сколько? Первое место в альянсе? Ну да. Блядь. Это я чисто случайно. А чё у тебя за первое место по тем самым? Почему? По, ну, по... Чё нету никого? Альянс на первом месте. А где все? Там нам полтинник сейчас не хватает, мы сгоняем акти. Вот, потом еще 20 сейчас будет за очки чести. Это уже сколько? 50? Плюс в день сколько еще? 50! Падает? 10 дней упадет 20. Плюс еще... Че я вот бегаю? Будет там по мелочи тоже голову 20. Мне нужна еще базука, М-ка и, в принципе, можно... М-ка зеленая. М-ка синяя. Синяя. Бля, забери, забери, он же сейчас придет. На самом верху? Да. У меня особо лут. Шляпная лута. Да. Еп. Бутылку, блядь, отдала моё! Пшёл нахер! Иди вон. На, съест-то. Или и ряд, да. Так, чё, надо съёбывать отсюда. А куда? А, как где мы? Что ж вы все, блядь, троглоти-то долбаные. Всё чё-то... Я решил сделать такеду. Три пятерки. Мне кажется, или кто-то лазит в кустах. Я хожу. И потом смотреть, как он будет в парке бегать. Если будет норм бегать, то буду... Привет! А если будет херово, то буду докатить такеду. Просто три пятерки, блять, у нас активно обсуждают, говорят, уже жизнь. Топ. Ну, я следующего, да, тоже сделаю. Может, не фуллоу, конечно. Нет, никого. А может, и фуллоу. Просто может, один, кажется... на города только, блядь, хорош. Ну, Атил, да, пакет. Она по мне Атил. Это хорошо, отдыхать это хорошо. Я просто говорю, что, там, мы же про пакеты говорим, про Атил. Не, я просто про то, что Атил, блядь, надо. Ну, хуй. Чем занимался? Рыбка. Рыбка. А мне, надеюсь, не с теми ли? Удочки нет, не убрала. Mm-hmm. Или гарпунишки. Не... Бля, бля, в центре карты, нам надо... Вон там чувак, он наверху. Минус 22. Работаем. Ну это же здорово. Это почти. Же здорово. Мы сзади. Бежим. Ёб твою мать. Чувак в здании. А внизу. Чёрт! Строитель хуев, блядь. Что, выиграли его? Блять, там двое на горе стоят. Да на горе, пожалуйста. Да. У меня патроны кончились. Так, ты где? Ох ты ебать, там, подожди, летит, летит! Бегу рисать. На горе тот же. Да, да.
Я выздоровела. Спасибо. То молодец, я молодец. Ну, а что делать? Держим позиции. Они не пушат. Это хорошо, меня бы сейчас не сняли около фургона. Блин. Вот, а выздоровела. Блять, так он уебал. Ну, капс, да. Да я сам дохлый. Он сам дохлый. Это Леня сдох. Ёпта. Бежим. А он где? Все там же на горе? А, вон, вижу, еще вон там. Ну, пиздося. А, тебя риснули так что? Бегу тебе. Да мы тут вдвоем с ним нас не риснули. Блять, близко, близко к ним, близко, в доме, в доме, в доме. Нам хана. Блять, сука, сзади, вот здесь вот. Блять, я думала. Пиздос, я думал, это Андрей, блять. Ёбаный стыд. Корян. Так там не было никого, блять. Криворукая. Ну не видно было, ну нет. Вот. Сегодня отдыхал, а завтра на работу. Думала в Тарков поиграть, его обновлять надо. Думала в Warframe поиграть, а его обновлять надо. Пришлось играть опять в Fortnite. Зачем, непонятно. Тот не загрузился. Завтра хочу. Не хочу добавлять друзей. Почему? Ты там с утра до вечера тусуешь? Блин, я тоже такую чекулю хочу. Мне надо там что-то выполнить жесткое. И готово. Готово, готово. Че, много чего там наделал? Вот и я тоже, блин, я не знаю, как его называют, Фьюмана этот бекон, 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 блин, все бешено до максимума прокачал. Раскучу ебучую. Давай. Офигеть. Ну слушай, ну мне до тебя далеко, у меня еще первый, по-моему, там левел. Я даже, по-моему, в игру не заходил. Я обновила обновила само убежище и. Да, да, да. Бекон, блять, бекон. Ну, значит, так было ляпнуть. Ну, короче. Типа бабушка. Как я слышу, курица. Как и где курица? Ты курица. Да в смысле я курица, я вообще не так, как ты. Ты что, блядь, слепой, что ли? У меня так, как я. Понятно. Так вот. Мне очень понравился. Ветер, не знаю, что играть. Вот такие теперь планки высокие. Все остальное какое-то говнище. На самом деле жду какой-нибудь киберпанк. Что-нибудь такое, ну прям лютое. Но, увы, еще это будет не скоро, поэтому не знаю, что играть на самом деле. Скоро в Тетре засяду и буду тусоваться. Ай. А ты придумал, что ли я там делать будешь? Хэви Рейн тоже уже прошла. Да. Прошла я его. Зато я не знаю. Куда мы?
Горный городок? Ёбаный мой. Угу. Тарян за мат. А потом через плотину дрестучую рощу. Дрестучую рощу? Откуда? Я же не помню. С озера, да, по-моему, надо? Чё сделать? Не, Beyond Two Souls я не слышала в этой игре вообще. Они не отсюда надо. Куда? Что? Господи, что мы вообще делаем? Мне кажется, мы просто так вот эту херню. На то озеро сначала, а? Вон туда? Бля, я туда не долетаю. Я на дом тогда сяду. Ты беги, беги! Оружие ищи! Есть челик. А у меня нет челиков. Я на домик зелененький, перед ним стоит тачка как раз. Домик зелененький, спереньки садовый. Да что такое-то? Вообще пустой дом. Что за подстава, подстава? Вот так вот. Вот я делаю сейчас, интересно. Очень интересно. Так, где тут у меня патроны? Всё? И это всё? Вы что, издеваетесь? Одно. Это как-то далековато, нет? Нет, не хочу падать. А чувак? Ну, заедьте. Заедем, я пойду пока это полутаюсь. Давай. Стоп, стоп, стоп. Ну, конечно, может быть, хоть что-нибудь, давай. Я тут, в принципе, найду. Давай, садись, я а! Ну, вылез. Вот почему, когда мне нужны были патроны... Ой, ну, ящики, точнее. Могу дать один дробь, если нужно кого. Потом, Даша, а что тут надо было сделать? Просто на катере в две зоны съездить. Яй! Кира. Секунду, секунду. Веду наблюдение, блин. Эхмен пока буду поехать. Хуя там. Всё. Стартуем. Ну ладно. Ой, аптечка. Ой, там эмка зеленая, подожди. Ну ладно. А тут вон эта, нам нельзя. Нам надо задание пройти. Да-да-да. Ёптвою дивизию, мне кажется, мы сейчас разобьемся. Yeah! Что-то пошло не так. Я первый раз вижу, чтобы катер под воду ушел. Мне что-то пока ничего не защищали. Мы еще не приехали. А-а-а. А у нас что-то должно было засчитаться? Что происходит вообще? У меня патронов? Гулькин... О! А у меня нету ничего. Ни одного матча. Один из двух. У меня не выполнено. Впереди, чувак! Твою мать. Блядь. Не, не, не. Пойду забью собаку. Там еще один. Пока не будет. Где он? 330. Сколько его? А, перелетел. 40 снял. Патронов нету. Он без армора 40 снял. Что, блядь, этого хуй найду? Да тут упал. 60 ему, я ему 60. Патронов не, ну. А вон, вон, вижу. Да.
Убил? Куда он делся? О. Высокий. На, нахуй. Прыгнул. А, не спрыгнул. Ого, ой, МК. Сука. Тут еще я видел, там где. Ай. Нам типа бежать надо, не? Ничего себе. О-о-о! Она меня ждала. Она меня здесь ждала. Стопудняк. Близко со мной. Угу. Аптека. Блин, а как туда пройти? Пока что дико извиняюсь. Я ему 60 снял. Да ёп, где тут выход-то? Убил одно говно. У меня жизни мало. На аптеку, у тебя есть, на? У меня нет аптеки, у меня 26 хп. Да бегу сейчас. Выйди сюда. На, эти банки тоже забери. У меня банки есть. Сколько там? Две. А, ну окей. Надо? Не-не-не, у меня есть 4. Зона идет, пиздуйте, я съебусь. Еще банок разобью чуть-чуть. Ну все тоже надо, ну ладно. Где у нас тут наша лодка-то? Ну где банки все? Вот, еще 3. А вот она. Вон лодка. Ой. 7, еще 3 баночки. Ёп! Кто за руль-то сел? Ты что творишь? Ой. О, ой. Поехали! Конечно, Лёня. Стиляга из Москвы. Мне кажется, Андрей... Рип энд пис. Там пис. Зоя. Пис, пис, точно. Так, ну мы прям... У-ху! Полет нормальный. Мне кажется, можно вылезать и не питься. Естественно. Блин, о. Какая-то здесь речка мелковатая, сука. Плыть невозможно. Интересно. Ой, туда не побегу, туда не побегу. Где тут мой любимый ясочек? О, у нас хуй прет еще живой, да. Да. А чего он спрыгнул там, где нету никого? Хотя, что я тебе показываю? Сама сожру. Блин, так сыкотно, что здесь будут какие-нибудь эти ловушки. У костра погреться хотела, дровишек нет, сука. Бобра! Ой, с нами чувак-то тут стоит. А? Да чувак к нам пришел. Делать ему нехуй. Ну, посиди, видимо. Но он решил, думает, мы типа играем. Задание зачем-то Андрюхе проходим, а сидений нет. Пошли, нам бежать надо. Не знаю, не знаю, блядь. Что-то нам не надо тут. Уньк, ой. Сорян. Чё, где там? Секунд еще. Блин, что за лут она? Что за лут она? Нам на ферму, смотрите-ка. Как всегда. Наш топчик нас ждет. Зато мы когда распиздяем, у нас как-то лучше выходит. Чуваки на острове. А у меня авиапер нет. Ну, блядь, не повезло. Не вижу никого. Сейчас в таблицу прилетит, увижу. Наверное. Блин, реально не видно никого. Артиллерийская поддержка. Бульк? Бульк?
Вон, есть, чуваки, есть. В лодку сейчас только. Сзади нас челики, блядь, не сяду я в лодку. Уйди, нахуй. Где он? Я вот. На крыше. Пошел! А, блядь! Золотой гребешок, блядь. Арисай. Меня сейчас ебнут. Ебнули. Везде, на верхней полке, где ебутся волки. А еще пониже, где ебутся мыши? Нет. Ебнут, где ты вообще находишься? СВ. Ой, ну почти. А че тут со всех сторон-то, блин, шмаляют? Да Лёня, блин, вроде на берегу, блин, когда мы уже в доме все были. Я сдох, когда вы стреляли, я вместе с вами стрелял красного мудака. Потому что меня стало много, блин, точнее, с большой земли, блин, с ВП сняли. Там стоял чел, блин, надо бежать, прятаться. Я стрелял в этого мудака так же, как и вы стреляли, только вы стреляли в меня. Да все, не звезди, ладно, поняли, все. Да. Да ничего, грубо не трясните, они учи пиздрили. Сама мне Лёня там сдох. Какой противный. Это ж ебаная игра, что ты? Нервничаешь. А? Кто это ко мне ползёт-то, креветк такой моё? Давай, иди сюда. Фух, за нас, блядь, и не ебёт. Окей. А что, у вас нет такого задания? Посмотрите, воспитание, что у вас есть вообще? Специалист по пистолетам в рыбных местах на беспечном берегу. Давайте противник в кошмарном кинотеатре на развалинах портай. Ну такого не было. 16. Стопудово! На развалинах. В кошмарном кинотеатре. Да кто там, блядь, бегает? Как... Куда? Куда? Естественно. Кто это мой пушок? А что, уже что ли? Ну ладно. Мне кажется, если бы реально эти девочки были бы... Были бы без портков, а только в юбках, парни бы играли бы только из-за этого. Со мной рядом летят. Понимаю. Бля, лама стоит прям внизу. А, черт. У меня сразу АВП. Нет, нет, нет. Да вы, блядь, издеваетесь, что ли? То нахер АВП? Окей.
О, дробовик. Это хорошо. Кстати, первый раз здесь вижу дробаш. Ну, сейчас сделаю вот так. Ебать, резчик. Да, сразу. Плюс 100-500. Он где-то на мосту был. На мосту стоит прохожий. А на тебя, мать, похожий. Ты убил его? А я уже одного выебал. Ну, он один и был. Поймал и выебал его. А резю. Ты нажимаешь... Это пушатину резнул? Да. Да. Чепушатину. Вот кто-то тут был, нет? Или мне показалось? Ой, там, блин, ну ладно. Сундук мой спиздил, гандон ебаный. Да можно войти как-то, нет? Я так и буду башкой биться. Дерево. А, мы опять в зоне. Ты ж посмотри. Кто где стреляет? Опа. Наверху я ж поставил метку. В большом доме. Твою мать. Патронов вообще нема. Хочу, хочу. Ой, сорян. Я угандошил двух рядом со мной один. Я двух угандошил на пирсе. Одного а совсем. Где? Я упал, блядь. Блядь, ну не такой лох играет, пиздец. Он еле-еле, блядь, построился, чтобы поднять. Ёб твою мать! Это пиздос, конечно. Я нажал покинуть матч. Окей, покинуть матч. Да у меня Вильин покроется, блядь. Окей. Хорошо. Как, блядь, ну как так-то нахер? Почему я вот не убиваю, а лобби не готов? Меня сразу убили. Мне нравится это восполнение. О, привет. Привет. Давно не виделись. Ты, наверное, думаешь, еще бы столько, да? Еще бы столько же. Ты куда, в торговую точку?
как играется. Ой, это все равно. Блин, ты так рано стримишь постоянно. Вечно приходит сообщение. 5 утра. Вообще капец. Ну да, что-то заработалось, уработалось. Иногда вот ночью играю. Так, да. Ты не надоел, Тарков? Не долетаю. Не долетаю, поэтому я сяду на... Я на желтый дом на первый сажусь. Я не долетаю тоже. Ну вот. А, ну у тебя 9 утра. У меня зависит, да. У меня 6. На дом сел, хандом, пойду его замочу, попробую. Он на первом этаже, он где? Подождите, подождите, подождите. Вот эти сначала. Скам? Что такое? Блин, я думал, это М-ка. Минус 0. Угу. Дружище на камнях. О, черт, мне сейчас, мне кажется, кто-то сзади. За мной бегут. А, сундук. О, ничего себе! О боже, кто это? Близко, это кто это? Здравствуйте. Здравствуйте. Ума сойти. Много. Картоха добежала. Алло. Двое в доме, один неживой. О, да, это был он. Еще один там. Он урисает, что стоит. Нет. Там еще. У нас тут что-то летит. Это кто-то или что? Или что это там происходит вообще? Тут бежит. Нет? Так, где у нас тут рисательная машина? Сколько лута. Ой, ко мне прилетели. А! Чуваки! Лень, застроить. Ну ладно, пока я здесь. Оуч! Получи, пизды, козёл. Да! Получи, козёл! Это что опять? Да, из этого тоже. Что-то опять, не помню, какой, что-то опять происходит. Да. А что, у нас никто не рисает никого, что ли? Пришла его рисать. Бегу. Там чувак подъехал, как я могу бежать рисать? Не перестану. Нет. Еще пока пристроишься тут. Хабзда вообще. Спасибо. Да всегда пожалуйста. Не, на самом деле это клевая штука, это синенькая. Вот уже все. Все вообще. Все подсобрали. Ну, что-то надоело, одну играть не очень хочется. 15%. Что-то как-то вот. Ну ты за мной не играет в КС. Тихо.
приходится форточку хоть с кем-то играть. Я тут подумал все еще чужого пройти еще разок. Но это как-то мне не складывается с ним отношения. Ой, здравствуйте. Да, решила сегодня постримить. Что это за стрельба? Два раза? Это нервный тик. Что, нам в зону, нет? Блин, мне надо позвонить в дом. Просто бегаешь, стреляешь, убиваешь чуваков, занимаешь первое место. Изи! Я там уже была. Девчулька убегает. Девчулька убегает. Бля, у меня нет ремки. У меня только дробыш. Бля, я только что выкинул, у меня лишнее было. Вы не поверите. Лишнее было. Дробыш и, блядь, хуёвина. Гарпун-то там было. Гарпун. Ну, можно команды, можно поодиночке, можно вдвоем. Гарпун еще. Ого. Там тоже чуваки. Нихуя, не, тут можно, я говорю, и каждый за себя, и по парам. О, она показывает вот этот. Что за ло, блядь? Такие вы вообще. Мы всех типа ждем. И Васятки, вас ждут все. Нет, мы пытаемся сейчас сломать этот, который тебе нужен. Синий косточка. А, все? Ну иди все равно сюда. Все. Все сюда. Все на базу. Стример тащи. Куда тащить? Я и так притащила свою жопу к этой фигне. Мне кажется, она сейчас убьют. У меня тут Чика танцует для меня. Смотри, special for me. Ой, мне тоже это надо сделать. Один из 10 бочечки с этой херней. Это твой персонаж на тебя похож, что на фигуры. На меня похоже? Волосы не зеленые. Большой банк. Я могу его забрать. А хера там плавал, не? Он еще маленький банк. Я заберу. Понятно. На дно куда же? Да я так и пытаюсь. Они меня что-то все вытаскивают куда-то. Давай. Играй. Стреляй. Что-то делай. Делать больше ни хера. Просто побегать, полутаться, мне кажется, самое оно. Ну так вот. Так. Тут наверху должен быть. О-хо-хо, не успела. Черт, даже не успела, экс, козлина. А верху нужно? А я сейчас зайду. И там окажется какая-нибудь. Там, по-моему, сундук, и никого там не было. У меня почему-то в сторону пошел. В общем, было странно, что она в сторону не бежит. Ловушка там оказалась бы, но нет. Но нет. Она бежит к сундукам. Похож на тебя, то я похож на Наруто. Да, я думала, ты похож на... Ну, не буду говорить на кого. А вот М-ка. Ой, а что это такое? Я заберу, пожалуй, аптек. Забери, да. Динган-бэл. Маленький бэд. Вот девчонки на одном месте еще в волосах. Ну, Епстесина. Что им еще может быть? В чем вот еще? Может идти речь. Волосы — это святое.
Блять, я в этой игре, нахуй, отстающий какой-то, у меня нихуя нету, блять, бегу за вами, да вот он, вообще вы, блять, не взяли. Амжара, а ты его на мосту залутал? Вон там. Там сундук. Предлагаю осмотреться все-таки, блядь. Пойду на мост. Хотя я пока никого и не вижу, еще 32 человека. Сундук. Дундук. Нихт. Насчет дундука, конечно, не ясненько. Блин, на самом деле прикольно было бы здесь поставить, если бы она была проходная. Но так как сюда идет зона, мне фигло ставить ловушку. Ну а хотя... На острове там война идет. Трах тебе дох. Бля, по лодке попался. Так. Нам летит шарик. Блин, у меня нету АВП. Лошарик. Ну, типа, делаю вид, что я разговариваю на самом деле с ними. А я говорю просто с вами. Чтобы создавать эффект игры. Не больше. Поэтому они никак не реагируют. Где шарик? Где шарик? Есть что интересно? Уху, АВП. Хорошо. Сучка. Сучка. Я в город ехал. А нету лодки? Блин, лодку забрали. Это кто сейчас вот сделал? Взял и разбил мое укрытие. Просто кабзда какая-то, блядь. Как вот после этого жить? Да я вообще никого не вижу. То есть я таращусь во все глаза, а вон вижу. Близко! Точка! Точка! Соток сбил. Блин, так высоко строятся все. Блин, а нету ни у кого этой бабах. Базуки, типа. Упал. Я его болел. Ха-ха, это уже болел! Как отсюда выползти-то? О-хо-хо-хо! Еще, еще! Я застрял. Я думал наверху, ёб твою мать! Это пиздец, бля! Это такой ёбаный стыд! Я здесь ни при чем. Блядь, нереально показалось, что наверху. Это ж надо такой курице глухой быть. Охренеть! Все, все, готов, все жмем. Я у нас Андрей еще пидет, подожди. Там прицельная огонь бил с того берега. Ну, я уже нажал выйти, ну да ладно. Да похер, все мне не идет. Смотри, сейчас как разъебет. Чего бы это он просто разъебет? Нифига, он, смотри, как строился, ты видел, видел? Научился, блядь. У джамш... О, не, нифига! Окей. Принеси пацанам лута.
Ну, естественно, как всегда, ничего нового. Можно не ходить. Да ёпта, они так строятся, что просто камзда какая-то. Я даже не понимаю, что тут происходит. Куда смотреть-то вообще? У меня уже... Да навряд ли. Да посмотри, что он... Ай, мама. Ну надо же внизу спилить, блядь, и он пизданется и разобьется. Изи. Пусть пять штук его, блядь, строится. Нашелся тут. Да. Что-то какая-то херотень получается. Триста шестьдесят седьмой. Это ж сколько ж надо ж. Надо ж сколько ж задрачивать, чтобы. Ну ладно. Вот сколько? Месяца три играем, наверное. Мы сколько играем? Месяца три? Не, прям играем вот. Неделю. Но в силу своих ограничений по времени нифига. Может быть, могла бы. Хант играл. Хант нет, не играла. Он Женек играл. Раздолбай играл. Ему очень нравится. Ничего себе! Ближний свет. И он прям в восторге от него. Ну, не знаю, как сейчас играет он или нет. Но я смотрела. Ну, ничего, такая симпатичная игрушка. Но я бы играла только со светом. И спать бы не ложилась вообще после нее. Ты играешь в нее? Мне кажется, пора. Я так думаю. Ну, серьезно, она же... Так тебе нет ничего страшного, а мне страшно. Ну, херня какая-то вечно вылазит, не пойми откуда. Да я... Ты же знаешь, не сплю я по ночам. Что-нибудь подойти. Я надеюсь, мы здесь одни же. Да я об этом думала сейчас. О, мы в зоне. Ничего. Кот пошла. Я ее тут глажу, понимаешь ли, она кот поперла. Так, вот это мы, пожалуй, выкинем, это оставим, это выпьем. Скам. А о чем игра-то вообще? Просто что-то не совсем дупляю. Кто ко мне в логово ломится? Козлины. А, ну понятно, это еще может быть как не лонс. Козлюкевич вечно сшивается тут. Мне больше всего что раздражает, что вот лутаемся, мы лутаемся, значит. А потом уяк, вы слушаете радио Маяк. Правда, блин, приходит. Приходят какие-то черти и начинается вот. В соло. Да блин, я не знаю, во что поиграть, если честно. Я вот не знаю, я хочу во что-нибудь в соло поиграть, но... Что-то... Нету ничего. Такого, что прям вай-вай, я хочу сыграть. Пока, пока, пупсик.
Попозже стрим, правда, блин. Ну как тебе не попадешь, не пообщаешься. Надо на выходные как-нибудь. Давай, хорошо работай, пока. Контрол. Это о чем? Пустила. Бах. Выпустите меня. Почему она вот на некоторые вещи не поднимается? Ну, то есть пока еще раз не прожмешь. И о чем эта игрушка? Блин, вы говорите иногда, то что я вообще не хи... Ну, первый раз таки слышу. Ну, я свой ябальник поменьше сделаю, а то как-то... Неприкольненько. Знаете ли. Так, ну понятно. Какая скотина тут уже была? Скотиняка вот. Какая? Где-то здесь еще должен быть сундук, не помню. А, вот он. Я думаю, зона будет где-нибудь, блядь, на линии передач. Нам залезть куда-нибудь. Строиться? Уже начать? Нет, ну помнишь, как мы сидели и сверху... Ну да. О, синий дробаш. Чё по лутру упало? У меня есть всё, но патронов мало. Ну в том плане, у меня дробаш, это самое. Винтовка. Я с тобой лучше всех общаюсь. Девку, что за девку? А вот ты еще потом спрашиваешь. Вот так всегда. Да что у вас с этой херней? В принципе, можно взять еще. И еще. Все, можно отсюда идти. Не разговариваю больше с тобой. Мы на выход? Сделав как была. Ну, просто я говорю еще раз, большинство, когда играешь в Fortnite, приходит посмотреть именно на игру. Ну, так как я играть не умею, типа, надо ябалом своим посвятить немножко. Ну, я рыбку возьму. Много круче. Блин, что зиплайны это до сих пор не сделали? Сделали уже. А что эти зипы не сделали? Зиплайн, который вот эти нитки хотел сказать. Не сделал. Они не работают, да? Не знаю, но не работали, жешь. Гарпун надо, кстати. Где слотик? Ну нет вообще. Ну я хотел сейчас вот здесь просто попробовать. У меня три аптечки. Давай я подниму, у меня одна аптечка большая. Да там тоже три. Да нет, здесь рыба была ебаная. Ой, я заберу, я заберу. Я заберу свою аптеку. А я заберу рыбку. Что ты заберешь? Аптеку он заберет. Какую, одну, да? Одну забрал. Как там три было? Одна. Ну, вот, значит, да. А я и думал, у меня вроде одна была. Какого хера она? Ой, ебать, блядь, зона прыгнула. Только что мы в зоне были. Уже чертить надо. В другую сторону. Причем как-то странно. Вроде бы она постоянно в одной и той же направленности шла. Сейчас как-то, блядь, слева направо скаканула. Еще рыба, ну черт. А вон там Лука бежит за ней.
Так. Блять, передо мной. Стоит целится, блять, нас. Вот он, король. Минус, и тут. Он строится там. У меня армора нет, если что. У меня 4 баночки сейчас. Ну чёрт бы тебя подрал. Соту снял. Минус. А, сразу развалился. Тело сразу развалился, муж. Муж. У меня аптеки есть? Сколько уже? У меня три. Ага, нет. Смотри, чел, у вас цель 7, как это посмотрим. Нихера. А в другую сторону бежать, в принципе-то. Ой, там, вот там вот чуваки, вон там чуваки на 255. Блять, она не ставится, сука. Вон там. Он прыгает. Почему у меня не ставят? Что за херня? День такой. Не, дальше, дальше, выше, там вот где мельница. Блять, эти патроны. Ой, блять, сухары. Да нихуя он, блять, видит. Вообще пиздец, двое передо мной. О-хо-хо. Сколько тут? Чего так? Еще раз. Стример, сколько уже задонатил Fortnite? Ноль. Я его подниму. Сколько тут? Сколько тут в катке играют игроков? 100. Их три, ну вообще 4. Нет, именно в самой в самой группе. Там двое, Андрюх. Я же говорю, они в кустах сидят. Ну как он красавчик. Ну, я говорю, он видит вообще. Я вот так стояла в кустах. У-ху! Иру забрали? Нет. Меня забрали. Блять, у меня вообще нет жизни, ничего. Он сейчас подберет, наверное. Ха-ха, столько лута! Нихуя у нее лута, блять. Фиолетовый этот самый. У кого? Ой, не, а фиолетовый скар. Тример, читай к ней. Ты жопа, понятно тебе? Юзау, 240 со спины. Нет, не было хп, блядь. Прекрасно. Просто прекрасно. Пиздячно, блядь. Повтори, что? Их трое, он один. Что тебе записать? Что ты хочешь записать вообще? Ааа, зиму. Ничего не должно быть, непонятно. Йо, сколько всего, сколько всего? Надо срочно. О! Кошмар!
Вот так вот буду, можно? Класс, да? Вообще просто, у меня почему-то мышка летает. Вот буду так сидеть, это здорово. Мне нравится. Тут, в принципе, как бы и ты есть, и в то же время тебя нету. Крутяк. Здорово. Люблю так, знаете ли. Побаловаться. Нормально, все нормально. Боже мой, такие синяки под глазами. Как так? За что мне это? Это смешно было. Но мне, ну, тоже попыталась поменьше сделать. И у меня мышка улетела. И получилось так, что у меня просто одни мои щеки и глаза были. Весь экран. Бро, все для тебя, но тебя не было. Куда? Может, нектарную низину? Ну да, да мне все равно вообще. Ну, как всегда, о чем мы играем, вообще непонятно. Ну, что-то не видел. Ты никогда ничего не видишь. Не хочу завтра на работу. Ну что ты не видел? Ты вечно на меня только обзываешься. Ты приятного мне даже никогда не скажешь. А, мне надо бочки уничтожать. Вот сейчас я этим займусь. Ну, как всегда. А, ай, пропустила. Черт. Нет. Ну почему? Уху! Вообще вторая была, третья. Тут я не поняла. Четыре, все верно. Ура! Ломаем! Неподобное. Ну я не видела, по крайней мере, что кто летел. Только осталось. Чё, одна? Да, ты в папку играешь? Ух. Все то же самое. Только в папке строиться не надо. В папке. С папкой строиться не надо, как бы папка защитит. Это что? Это кто сделал? Это я. Ты что, ебанутый, что ли? Ябнутый на голову. Но тебе нравится смотреть. Маты. Как играют другие. Да. Со мной чуваки. Ну я ж поставил вон там. В доме внутри. В доме? Где-то вот тут. Вот тут. Это был мой. Да все, я ничего не беру. Не беру, это был мой фраг. Он один, что ли? Ой. Да счастье. Двух отпиздил, нахуй. Ну ты мразь его. Кашу. А вон наверху еще один, наверху, вон там две свои свои. Да ё-моё. Вот какого черта, я ж по нему попадаю. Жопе, блядь. Еще где-то один. Не знаю, не вижу. Инфа, сотка. Время разрешил, можешь смотреть, как говорится. Время сверхполучено. Ну
боже, ну что я такая косая? Пиздюк, блядь, со мной стрелять еще. 21 патрон. Нормально, блядь, моя школа с Артуром. Угу. А да я-то думаю, что за херня такая? Тут вон она оказывается. Я раньше играл, теперь нет. Почему? Почему ты теперь не играешь? Мы опять в самом центре. Спасибо, центр за это. Люблю эту фразу. Фиолетовая рыбка. В ней ты и я. Не нужен он тебе. Угу. Обычная рыбка. А, нет, две фиолетовки походу. Рыбёшка, рыбёшечка. Нихуя не понял, но очень. Вот тебе. Чё там? Баночка 50. Ладно, забил. LG Lelrolol. Сорян за неправильное произношение, спасибо большое. Большое за фэллоу. А, сундук! Так. Просто навел, что такие стримеры шикарные. Как начали играть игры, что-то... О боже, ты что? Нет, он так не подумал. Он просто подумал, такие дуры, как вот она здесь сидит, играет, мешает мне выигрывать катки. Больше играть не буду. Алката! Ты меня называла. Так. Приезжай. Ну зато приеду я, да? Мне пофигу. Мне можно все. Думал только хорошо. Только хорошо. Но я могу забрать, в принципе. Но это не точно. Ну да, по доброй воле там. Вот это был косяк. Нежданчик, так сказать. О, ты ж посмотри, недостаточно ресурсов. Ну, как всегда. А где? Я слепая, где? Внизу, внизу. А, ну то есть я подхожу под категорию инвалида, да? По всей видимости. О, у меня толстая какая-то, не пролазит. Мне теперь Виктор нужен. А чё, где все? Где все? Хочу стрелять. Под все три? Ну под второй точно нет. Ты что? Ты что, дядь? Совсем что ли? О, золотой дробыш словил. А ну то бишь они охрененно далеко ушли, а я здесь. Все, пизду хороший. Все, что надо, я поймал. Надо, сразу. Пошлите в горный городок. Ты же знаешь. Я люблю пожрать. Синий ави. Да, мы в четвером играем. Я же тебе сказала, мы в четвером. Пинг. Пинг тебя в голову. О! Это. Кто? Я бегу к нему. Зона. Я еду к нему. Здесь на чем ехать? Вот так вот. Или вот как у тебя на прыскучей ферме может быть не full armor? Ну потому что вот как-то так получилось. Вот такая хуйня. Получилось, да. Ну. Кста, да.
Меня оно раздражает. Нет, ну. А у Лёни два фрага. Да, Лёня? Да. Ну, чпаду. Блин, помогло. Вообще, он меня постоянно обижает, а потом удивляется. Почему я с ним не разговариваю? Вот каждый раз такая херня. А веревка-то не работает, чебаному. Вот как будет? М? Вот как будет? Лежит синяя. Вообще, кошмарно. Это не тесно. Почему вот он их выделяет, а этот нет? Зеленый авик. Ой, авик, блядь, дробаш. Выпустить меня! Я даже не слышала его, если честно. Не пойму, еще где-то сундук, что ли, здесь валяется. Ну ладно, хрен с ним. Печеньки не обижали, они вкусные. И они меня не обижают. Синий. Синий! Дробовик синий, кому там надо? А как он туда забрался? Ой, зона, что ли? Ой, блядь, здесь чел на катер ездит. Ну, Чику, наверное, катает там, не? Ну, давай, Люцки. Ой. Вон там бежит чувак 2. Я поставила меточку. Да, своей подружке он так и делает. Он мне никогда такого не скажет. Сейчас он типа сделал, видишь, что он мне... О, сундук. Соток снял. О, сундук, где подумаешь, там все... Подумаешь, там стреляются. Ну, я соберу... Ну, теперь ты можешь сказать, что ты мне такое сказал. Пойду повыше, что ли. Это тут еще... Да, у тебя прям над тобой, над головой. Ой, дрой ебаный. Минус один на дороге. Чёрт. Поднимает. Да ёб твою ж мать. Ба! Хотя, что я делаю-то? Раз, два. Ой, блин, ко мне летит. Блин, вот у меня нету авика. Чёрт!
Вот это да. Вот это да, что тут происходит. Он туда побежал. Твою мать. Где вход в зону-то, блин? Чуваки перед нами. Сзади нас один, педрила. А где карта-то? Не знаю, сзади нас один мудак. Карт просто, сзади нас мудак один. Вот тут, чуваки. Ёб твою мать! Блядь! Да, чего? Это же какой ответственный момент. Бежит, бежит! Сбоку, сбоку ломает. Сломал. Спереди, спереди. Бля! У говнари ебаные, бля. Ага. Люблю, люблю такое. Урон, блядь, лавлю, считай. Да. Так. Что тебе повторить? Что тебе повторить? Скажи мне. Я обязательно это сделаю. Иди сюда. Мне чешется нос. Интересно, почему? Да мне надо, кажется, в PUBG играть, потому что строить... Такой ты вообще. Ну я вообще со всеми стараюсь общаться. Так что как-то вот. Секунду. Мы летим, летим. Вот именно. Что вот именно? Тут со всеми. А как ты хочешь? Ну и не тут. Давайте на берег. Мы не загрузился с Андрей. А, ну выходим тогда. Ну вышли мы. Пойдем на берег. Андрей сидит и молчит. Да, пойду пожру. Подождите.
Так. Ой! Вот ты скотина! Пушистая, что там? Я так глубоко зазвездилась. Ну, стараюсь, чё ж поддерживать марку надо. Эта фраза. Так что интрижка, ничего себе. Вот это да. Звездун, почему звездун-то? Ничего подобного. Все окей, в порядке. Я вот жру ему дэнс. Дингуненька. Да? Будешь ему дэнс? Как всегда. Пожрать. А не тебя спрашивала. Котейка так смотрит на то, что я жру и не даю ей. А поэтому я у нее спросила. 7 утра. Если хочешь, конечно. Бля, мне есть подозрение, что мы догородировали, мне это нет. Да уж куда? Куда? А на мере? Понял, заниматься тобой. Мы занимаемся выживанием. Как мы? Да. Ладно, пришел выжирание, сказал, блядь. Ну, поджиранием ночью. Завтра. Завтра вечером. Завтра вечером. Завтра четверг. Я еще не ела гречку и азу из индейки. Поэтому не надо. Бро меня не кормит. Ну что это за бомжатство такое? О, синий. Ну, вы издеваетесь прям конкретно. Ай! Чёрт! Бляшки насос твою в жопу, мать! Ага. Я его, блядь, бомбу взрываю. Блядь, это супер. Он, сука, не взорвался какого-то хуя. Блядь, сдох. Обещаниями. Его, блядь, взорвал, ёпка. А он меня застрелил. Да? Со спины. Прекрасно. Ну, это, кстати, похож на того, кто изменил. Да. Никогда не сдерживает свои обещания. Очень подобного. Ты меня не звал. Даже кошка китикет не ест. Не ври тут. У них в Майами, знаете ли, свои там какие-то. Блин, не загрузилась. Бургеры с тобой жрать.
Меня бесит, что это за фигня такая? Не загрузилась. Я тоже. Вот так и хочется иногда тебе втащить, прям честное слово. Меня останавливает то, что это видит еще два зрителя. Так что, к сожалению, придется с этим повременить. Ой, да не то сделала. Хотела же вот сюда нажать. Кто она сейчас будет? Ой, Чика! Приходи со мной на ужин и втащи обязательно. Как только, так сразу. Жми готов, Экс. Иду. Спасибо. Даже очки такие есть, только розовые. Жарёшься? Подъедаю, как всегда. Вы меня хотите. Естественно. Норвегия. Вообще-то в Омске. Я не знаю, кто у тебя в Норвегии. Все своих чик мне приписываешь здесь. То, которое спичка. То теперь, блин, то теперь в Норвегии. Запутался уже, да? Кто где и куда и зачем? Никто. Никого нету здесь. Погнали? Погнали. Ну, как всегда. Хип-хоп хаус и рок-н-ролл. Никакой хип-хоп хаус, а рок-н-ролл. Нет таких здесь. Не буду слушать ни хера. Ой, не надо этого гандона тут успевать. А это кто? Шнур. Шнур. А нет, давай забивать Моргенштерна. Во-во-во! Кого? Ян Хефнер! Молодой Хефнер! Не твоего ты бесишь. Точно. Хуёво! Точно, точно. Именно, именно так оно и есть. Но я думаю, что ж такое-то? Синяя АВП. Вон, ты там? Синяя АВП. Лёнь, внизу. Хорошо. Это кого уже? Долбоёба. Оба-оба. Мы что, пойдем его спасать? Нахуй не сдался, блядь. Где карта под картой? Ну, парни. Идем? Иду, иду, иду. Я сзади всех беру. Прям перед ним он, типа, пьет. А, сбайки на него? Конечно. Они там сейчас с четверых сторон. Он, может, упал? Не может же такого быть-то, правильно? Ну, наверное, с этой хуйни не упал, блядь. За этим летел и упал. 60 уже. Хочешь, чтобы поднимать для стрима?
Ничего себе. Это благодарность? Типа, пошел ты, козлина. Дальше вот тут. Конечно. Не каждую катку, но... Но нормали. А, вы можете на стрим показатель весов, встаешь, ты начинаешь ногу убирать, сформируется, а люди будут думать, что это твой пульс. Боже. Типа того. Так мы и сделаем. А тебе дали чисто голос школьника. Точно, это Snapchat. Бро, как всегда, просто лучше. Ну извините. Как тут? Блять, домик где-то пищит, ебаный сундук. Я пол дома, блядь, перехуярил, сундук. А тут нету ничего. А он тебе сейчас скажет. Наебал. Наебал. Или наедал. Вот мне... Вау! Мне интересно, такие вот... Я подписался... Что еще раз? Спасибо большое за фоллоу. Может быть, ты хотел сказать, где твоя мышка? Не пойму, внизу, наверху? Ни за что. Ни за что на свете. Я знаю, что ты не так, таким никогда не будешь. Потому что ты... Чё-то я устал, честно. Блин, насморк просто задолбал, я уже... О! Там два этих лежат, а мы здесь хуйню... Ну да, я туда вот и топаю. Ран, Вася, ран! А где они? Вот чёрт! За шарик, он стартанул. Ага. Я второй заберу. Точно? Нет, нет. Ну ты и в пень. Что там лежит? Не знаю. Ну что ж, ладно, давай. Бля, вот это, конечно, ну поняли, да, как всегда. Да я ебу, что там было. Сейчас пойду поищу, что ж не лута на два первых дома. Подрались за дроп, сочка! Наджала в меня, ты что было? Ну что за я не знаю, но почему все прутся туда, куда иду я? На очередь должен быть лут. А VP есть. Идти неохота. Ну понятно, как всегда. Юра, принеси. А Юра обратно в город вернулась. Это же не лут, она еще два дома. Ну нифига там по тапкам дали. Ну так вот. Там аптечка лежит, а что не забрали-то? А, нет, на всякий пожарный. А вдруг кто пройдет? А тут оба! И аптечка. Я пытаюсь все подлутать, чё, нормально. Вот чё лута... Вот мне кажется, чё лутаться? Лужа, нас сейчас... припас одного. Блин, еще козун больше.
Почему? Ничего подобного. Все, окей. Ничего так и не хочется сказать. Блин, мы кого-нибудь убьем сегодня, нет? Ну нет никого. Опять в зоне. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Я хочу пострелять. Бро, иди... Принеси мне поесть. Иди принеси пожрать. Как всегда. То, о чем ура идем. О, аптечка. О, сундук. Человек нет лишнего. А, вот где-то. Ай, не здесь. Арямба. То у кого там баночка-то 50? У меня еще две по 4 точно маленькие. Нет, нет, нет! Ну чтоб тебе, нет. Мне нужна большая. Ну куда поехал-то? Вот мне интересно, чем отличается зеленая М-ка от синей? Ну то есть насколько они... По ХП? По ХП снимают. Вот нормально уехал, а... У меня даже не все, козел. Там слева стройка. Да нет, это понятно, но насколько? Да блять, где все рыбы? Вон впереди, вон там. Видишь? Между прочим, по количеству. Ну я тебе фиолетово поставил, 330. Когда нас пиздец обычно. Говорю, сейчас осталось 28 человек, это примерно в то время, когда... Еще раз. А, ну сейчас начнется. Нежданчик. Рыбка. Я к тому, что, блядь, не разбегайтесь далеко. Да мы тут близко. Да хоть разбегайся. Вон здесь, да. Уху! Ой, впереди шарик, вон там открыли, на 60. Понял. А вот строится. 330. Тут еще рыбу вытащи. Вон, бегут. Андрей, у тебя ВП. Ну я ж пока с вас выставил точку. А, блин, понятно. Поэтому ищу. Давай пока не... подождем всех. Та-та-ра-та-та-та очень. Сейчас в кустах все. Такой ты заботливый. В охотник хуйня заебись, когда разбивать строение. Ну и там с кем-то. Ой. Сбежь 60. Это не это самое, блядь. Нет, я рисую. Кто? Да умер опять, хуйня. Что? Ну, блять, я забыл. Одного убил. В кустах еще один бегает. На большом доме. Я ему весь армор выбил, 20-ку снял. Внизу под нами. Я одеваю.
делать, да? Тут ловушка где-то. Бончик, да. Ярик, блядь, какой. Меня ломает. В кустах тут лазит. На крыше сидит щелкач. Ну, как всегда. Ты же во мне что, сомневался, что ли? Зона пошла. Поехала. Поехали нахуй сюда. Где-то в кустах здесь чувак сидит. Ну, верить дробаш в руки, нихуяри. Ну, чего? Бенты он заберу. Я знаю, что ты меня любишь. Рыба штуха есть. До невозможности. Че, на крышу полезли? Чувак, он там стреляет на Игвостоке. И звуку еще где-то. Блять! Ебала нахуй! Меня убили! К нам бежит еще один сквад! Я не понимаю, почему они видят через через травку. Ну конечно. Иди добей там кого-то. Только аккуратно там ловушку. Сколько лута, сколько лута? Тут лазит. Вон он стоит, не лечится. Я в него попал так хорошо, сука. Одной пульки не хватило. Какое место? А я люблю пожрать. Ну заебали его, ну. А я люблю что пожрать делать? Вкусненько. О, я еще купила себе торт. Да. Зажрать, растолстеть. И быть счастливой. Да, торт. Буду теперь жирная. Как будем это сбрасывать, я не представляю вообще. Я тут во вторник девчонкам говорю, давайте с вами учить новое мастерство с мечом. Да, почти. А вот. И значит, я начинаю показывать. Легла на спину. И я понимаю, что мне что-то так хрустнуло. Просто нереально было больно. Я понимаю, что я уже как бы... О, я рыбак. Уже не камильфо. И так обидно стало. Чувствуешь ты себя как бы сейчас и так, и сяк. Сделаешь, а по факту ужасно. Я, наверное, последний раз чуть не заебал. Дай на берег.
Последний, так последний. Последний. Хорошо. Я тебя услышала. Да нет, мне там хуже намного. Если бы. Мы с тобой поменялись. Я сегодня как бомжара. Вообще. Вчера хоть что-то. Мать моя женщина, куда мы летим? Че, здесь пиздец, помню? Вообще кабзда. Почему? Вообще ни разу. Дробовик. Почему? Блять, М-ка. Тварь, блядь. Да, это скорее всего похоже на правду. Так, тут кто-то. А где ты? В береге. Я убил одного, меня тоже убивают. Ааа, Рисай! Рисай, Рисай. Да ёб твою мать, как так не попасть-то? Похуй. А, у нас все дохнули. Я с интернет-спятом. Я в торнадо убил. Я тоже. Чё, всё что ли? Я заебался. И я что, я сегодня подустал. Отдохнуть? Ты прям очень занятой, что ли? Я об этом же. Я знаю. Я знаю. Каждый раз мне об этом говоришь. Сейчас мы послушаем. Найти бы ее еще. Песенку. И я пойду спать. Чем бы заняться? Ну, работать, наверное. Что еще можно делать? Же не знаю. А она, скотина, все сидит и жрет постоянно. У меня глаз почему-то дергается. Я еще не ела торт. Что не надо. Ну да. А что делать? Приходится. Мне пожрать. Блин, мне надо резиночку где-нибудь. Чего? Что жру? У меня хвостик побольше стал. А вот эти вот не собираются туда. Это немножко раздражает. У
Резинка нужна. Уф, мешает жарко. Ну чем? Они особо там... Там все они. Посмотрела я, щеки палю, блин, черт, я пыталась их как-то закрыть, но, к сожалению. Знаю, чем еще послушаем еще. Да блин, я не хочу больше играть. Я посмотрела Мандалорианец. Че, ладно, ты все гонишь. Тогда бы я, наверное, была нереально-нереально жирная и не вставала бы из компа. Знаете, что хочу съесть? Я хочу съесть вафли. Гонконгские вафли. А, видели, нет? Я такой люблю с мороженкой внутри. Я Нихуя себе. А еще хочу на море. Ну да, иногда выезжаю на работу, а так, в принципе, да. Только пожрать. И в принципе ничего. Ну, океан, не знаю. Я бы съездила в Танзанию. Вот. Блин, я не могу. Чуточку. Момент, на аппарату. Откуда тебе это ходит? Так. Ну там все идет, типа, Новый год, это китайский, блядь. Халявная балда. Чёрты! 12-й Новый год. Ой, да, мне так нравился этот мультик, клёвый. Тасманский дьявол. Прикольный. Ну, может, 5, а завтра еще. Почти, ну, сегодня. Еще я тут прочитал, что на Багамах был этот... Этот был землетрясение, этот ужасно, на самом деле, все лети. Кошмар. Там бенки или ультратанковые. Лучше в Fortnite. Ну блин, я не знаю, во что играю. Ты со мной в кассе не играешь? Было это землетрясение, да, да. Я просто смотрю на Имам Демсы, так хочу поесть, что, к сожалению, забываю слова. Вот, блин, на самом деле, почему, когда ты худеешь, ну почему нельзя локально похудеть? Ну там, скажем, попа, ноги, живот, почему все сразу вместе? То есть получается, хочешь сиськи, приходится много жрать. Ну как так вот? Как так?
нормально, это как? То есть теоретически можно, как? Вот расскажи мне, как? Как я тебя могу нормально позвать? Я тебе все время говорю, пошли поиграем. Вот ты спишь в это время. Блин. Раньше, позже, точнее, и раньше работа, а позже вот как бы я тоже спать иду. Поэтому, к сожалению... Так, что нам скачать, поиграть? Блин, 140 писем, ну, в одно лицо хочу. Ну, вот именно прям соло что-то такое, чтобы... Через хирурга? Ну, через хирурга, это, по-моему, вообще прям жестоко. В смысле, в реале? Чтобы я его позвала? Он со мной только про игры все время разговаривает вообще-то. И про поесть. У нас с ним две темы для общения. О, моя любимая песня. Ой, сорян. Да, именно. Поэтому мы, конечно, общаемся только про пожрачку. Больше ничего. Так что за игры? Что за игры? Давайте подумаем. Что можно еще поиграть? Во что? О, так мило, 1.5 года. Все, это дата. На плойке прикольно было бы в нее поиграть, но не на компе. Заходим в магазин Cyberpunk. Ой, это Max Payne, не туда, не туда. Батла тоже нет. Human Fall Flat. Раз. Да, Red Dead Redemption Days. Раз, нет, почему, фигня? Ой, мой пупсик ко мне идет. Ну иди скорей. Иди сюда. Куда тут Cyberpunk делся? Только что же был. Портал. Иди ко мне сюда, пузатик. Что там улеглась? Red Dead. Блин, я его на самом деле прошла. И первый, и второй. Так, библиотека. А, арма. Бэтмен. Бэтмен. Батл Стейшн. Там, ну... Будем считать, я этого не видела. Ну что ты лежишь? Она у меня лежит под мониторами почему-то. Бэтмен... Не знаю. Архам. Что это за... Ой,
Dark Soul 2. Надо установить, чтобы запустить. Здрасте. На самом деле, очень много. Ну, она страшная. Страшно. Типа подобно. Не так и знала. Никак. Frostpunk for... А, кстати, мы в Forest играли. Вот, адреналин, видишь, он меня обзывает. Постоянно. Вот кто это. Мне только что, по-моему, ушатали. Нет, ты не понимаешь шутки. Да? Она мне только что в глаз дала. Коза. Так смотрит еще жопа. Так, GTA. Hitman. Еще как вариант. Еще разок. Just. Окей, как правильно? Катана Зеро. Теперь волосы. Так. Первый и второй. А что, интересная игра? Только первая и вторая, говорю. Метро, Экзодус, Outlast, Payday, Prey, Pro Evolution Soccer 2019, Ricochet, Serious Sam. Супер Мидбой. Райдер. Начиная с первой и заканчивая последним. Total War. Two Point Hospital. The Typing of the Dead. Блин. Warhammer. Westland. Вечер. Точняк. Может быть, все. Звездные войны. Блин. На самом деле, я так хочу перепройти Звездные войны. Блин, она меня так долбанула по этой херне. Может быть. А его так все на самом деле. Ну, в какой мы играли, я уж не помню. Третий. Почему? Я же третий покупала. Я наушники садятся. Так, ну-ка слезь своей задницей с моих. С моей зарядки. Ну, и второй, и первую есть. Ты посмотри, смотри так на меня, кот меня сейчас сожрет.
Да. Какой ты вообще гад. Че у нас в тренде? Давайте посмотрим ютубчик. Марс, съеби мне нахер. Ну мне мешает. Слушайте, я смотрю. Сейчас. А передо мной сидит. Ну, можно посмотреть интересного. Прыжок веры. Давайте посмотрим. Очень интересно, что тут. Окей. А что это было? А что это такое происходит? Пел с котом. Горячая точка. Фигня какая-то, мне нравится. Поясни за шмот. Это новость? Или просто... Почему у меня капслог? Ай, Марс, ну что ты делаешь? Она прям моськой. Вот это вот? Ну правда, вот это что ли? Ужастик. Дымоход. За дымоход. Ну ты с ума что ли сошла совсем? Как пишется? Так. Лук за 700 бачей. Бля, что-то я делаю не то в этой жизни, видимо. На тебе моя куртка. 75 тысяч рублей. Пока что я в раздумьях. Всем привет, друзья! Сегодня мы на новом Арбате. Тут очень зелено, солнечно и огромное количество хайбистов и модников. Погнали! Денис, привет! Ты такой модный, классный, стильный. Расскажи, сколько тебе лет? Мне 14. Что на тебе сегодня надето и сколько это стоит? На мне надето Gucci, 75 тысяч рублей. Изики, Ареус, они стоят $700. Дизель. Покажи в кадр. Обожаю дизель. Спросим у мамы, сколько стоит? Не помню. Сейчас не могу сказать. Ну, тысяч, наверное, 20. И штаны, не знаю, что за фирма, 1007. Огонь, слушай, ты сам себе вещи выбираешь? Да. Ну, покупает мама? Ну, конечно. Здорово, как тебя зовут и сколько тебе лет? Стас, мне 17. Здорово, Стас, ты модный? Да. Молодец. Сковородный. Ой, почти. Угадала. И где ты это взял? Так, ну... Спиздил. Он примерно стоит... В женском отделе. Так. У меня такой же. Где брал? В ЦУМе. Сколько стоит? Пиздит, как вообще. 130 где-то. Так, неплохо. Давай дальше. Как мешки ворочить. Да бля, порвал просто на бомже спиздил. Ну, они что-то, по-моему, 20. 20 тысяч. Артём, сколько тебе лет, скажи? 16. Слушай, ты безумно круто модно одет. Что на тебе сегодня? На мне сегодня... Блин, так смешно, не знаю. Да. А, знал, блин, сам. Япона, мать. А еще волосы забыл помыть, все спустил на свои вещи. А футболка? Футболка. Тоже где-то 1000 рублей. Не помню бренд. А стрижка? Стрижка, обычная стрижка, вообще не стригусь. Уже год. Слышал, вчера Фейс побрился? Конечно. Ты не хочешь по его стопам пойти? Вот это новость. Пока что я в раздумьях. Ого.
Меня зовут Петя. Петя, сколько тебе лет, Петь? Вася. Ну, это кроссовки. Дольче Габбана. Я не знаю, сколько они стоят. 40 с чем-то, наверное. Так. Это штаны. О, Филипп Лейн тоже. Ничего себе. Ну, примерно там 5, 7, 20. 500, наверное, евро. Кофта, да. Кофта Off-White, да. Где брал, сколько стоит? В Варшаве. Стоит... Ну, порядка тоже. А еще меня за углом отпиздили только что. Очки Прада, не знаю, 15, наверное, тысяч. Меня зовут Дима. Ну, пока я направо, стоит 12, ну да ладно. Что на тебя сегодня? Че-то не понял. Значит, кроссовки Gucci покупал в ЦУМе за 40 тысяч. Потом штаны Off-White 30 тысяч папа подарил. Майка Иги, по-моему, называется. Да. Покупал, ага. Покупал в Лондоне фунтов 30, не больше. Говно вопрос вообще. Часы папа подарил, не знаю, сколько стоит. Это Олис Нардин? Да. Ну, мы узнаем, давай покажем поближе. Посмотрим, сколько такие стоят. И что, 40? Второй браслет мамы. 608, спросите. Резинку подругу подарили. Что за браслет? На самом деле это... ну ладно, так, не важно. Цацка на шее. Так, это... Блять, мне так бесит, когда так жую жвачку! И очки. Очки. Зени. Тоже папа подарил. Ну, наверное, евро 200-300. Вот. У тебя в руках еще кое-что есть? А, это сумка моей подруги. Сколько она стоила? Ну, 180 она вообще-то сейчас стоит. Но не важно. Вот. Носки? No name 100 рублей. Огонь. Огонь. Ты где деньги берешь, расскажи? Папа дает. Естественно, надо херами с мамой работать. Заходим в магазин и говорю, вот это мне надо, он покупает. Слушай, круто, я завидую тебе по-хорошему. А какие у тебя планы? Ты сам планируешь зарабатывать? Конечно. Сколько хотел бы в месяц зарабатывать? Лет через 50, когда папа не оставит свой бизнес. Что на тебя? Ну, давайте смотреть, что на нем. U3, примерно $400 где-то в Нью-Йорке. Ага. Носки Стаси, это там тоже. Ты шаришь бренду? Что, мне нельзя в них шарить, что ли? Я что-то не понимаю. Это сумка... Сколько, косарь? Ну, косаря 2 где-то. Это сумка Рибок и Walk of Shame. Не знаю, сколько стоит. 1004, может, больше. Это футболка за $15 брал в Uniqlo. С Кавсом коллаборация. Гоша Рубчинский. Ну, Гоша Рубчинский, ну, конечно. Как же без него-то? Такой красавчик. И все, наверное. Ремня. Трусы забыл, прости. Трус, да. Это American Eagle тоже там. Мог бы просто вообще сразу поднять майку и ничего больше не говорить, в принципе, вообще. Я, ну, так, была подработка. А чем занимаешься? А не скажу. Вася, сколько тебе лет? 17. Вася, ты в школе учишься, в институте? В Китае. В Китае учишься? Ты сколько стоит, который сейчас на мне? Это кофта стоит 1500. Это что значит? Ну, типа, фак, ну, типа, блять. Понял, ты в каком где-то примерно? Как тебе Шанхай? Скучно. Да лох, ты как можно там? Как может быть там скучно? Ну на мне. Это класс. Подожди, поподробнее. Вот этот может не поднимать. Да. Поэтому я как бы. Так, дальше. Штаны. Дальше не продолжила, собственно. Барджан. Барьян там какая-то фигня, ну 20 стоит. И зебры 25. Так. Как они, баттер, да. Так, очки. 20-ник, Гуччи. Красава. Привет, как тебя зовут? Саша. Саш, сколько тебе лет? Мне 15. Наконец-то мы нашли владелицу сумки. Ну давай снизу начнем, что на тебе? Вот уж красивая девочка очень вообще. Ну они охуенные. Я вижу, 1004? Нет. 8. 8? Классно, слушай. Штаны это No Name. Мне мама привезла из Италии. Я не знаю, сколько они стоили, но они очень клевые. Очень клевые. Ты вообще выглядишь супер. Спасибо, да, в свои 15 лет она выглядит просто нереально. Она очень-очень клевая. Она 100 евро стоит. Вот. Кофта это друга. То есть они как бы там что-то мутят, видимо. Я могу его спросить? Конечно. Димочка, сколько стоила эта курточка?
500 евро. Без Б вообще. Вот. Часы — это ручная работа. Мне папа привез из Дубая. Здесь нету названия. Ты дрожишь. У тебя рука дрожит. У меня защемление спины. А, серьезно? Да. То есть ты не переживаешь сейчас? Ты расслаблена? Нет. Да, абсолютно. Я в голосе дети снимала. Сумка сколько такая стоит, как думаешь? Вообще без понятия. Я серьезно, мне мама ее тоже привезла. Мы сейчас напишем, сколько она стоит. Хорошо. Ну, собственно говоря, все. Я не убегу, не переживай. Надеюсь. Богдан меня зовут. Богдан, а расскажи такие. На мне. На тебе моя куртка. Так, сколько стоит? Я не знаю. Ладно, хорошо, теперь что на тебе, Богдан? Бля, смешно, я не могу. Как так можно об этом рассказать? Что так понтоваться от своих вещей? Так. Какая разница, сколько он тебе за 100 рублей, за 50 тысяч, за 200? Это 70. И так, это сколько форс стоит? 9? Все. А вот кулончик у тебя какой-то это, китайский. Покажи. А это тебе китайский твой друг привез из Китая. Это просто хамзда какая-то, что тут происходит? Я не знаю, что это за бренд. Cutler and Gross. Ну, не знаешь, сколько примерно стоит? Так, ну все-таки давай мы про твою куртку добьем и отстанем от тебя. Ну, это Off-White, но я не знаю, сколько она стоит. Ну, примерно 1070. Спасибо большое, это очень смешно. Кстати, спасибо. Мне, кстати, Богдан только что сказал, что он мне ее подарил, поэтому... Все, заканчивай съемку. Подарю. А теперь итоги предыдущего конкурса. На мне красная толстовка из H&M за 700 рублей, трусы Calvin Klein за 2000, джинсы из Zara за 2000, носки 300 рублей H&M и кеды Nike за 4000 рублей. Итого, общая... Могу сейчас сказать. Каждый по-разному. Ну, блин, это же интересно дальше посмотреть, вот это же вообще. Машину. Куртка Гуччи, которую я брал в Мюнхене за... Мы пиздим. Это вот этот малой сейчас будет говорить, простите, сколько у него стоит шмот. Ссылка будет в описании. Обязательно досмотри этот ролик, потому что в конце тебя ждет розыгрыш 10 рублей. От скольки до скольки? В Новый год. Хочется дарить. Ну ты что, ёбнулся, что ли? Вас в холодные зимние дни. У нас есть две крутые акции. Ну, максимум моя самая дорогая вещь 200к. Мягкие, тёплые. Отличный. Я как бы скидка по промокоду дымоход. Я не знаю, я тебе говорю, у меня как, ну, дополнительная скидка 10%. Зара класс. Но сейчас в последнее время вообще говнище какое-то. Ссылки и промокоды в описании. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Юля. Юль, сколько тебе лет, если не секрет? 22. Юль, расскажи, пожалуйста, что на тебе сегодня из вещей? От 100 рублей. От 100 рублей и до 200. Сколько? Тысяч 10? Не, побольше. Ну, где-то... 12 вообще-то они сейчас стоят. Не надо врать, они сейчас по сейлу 12 стоят. Ну, это сейчас, как бы, может, тогда, конечно. Так, дальше давай меховой жилет. Давай, спасибо большое. Спасибо, пока-пока. Хороших снов. Спасибо. Классно, не так дорого для шубы. А сумка Гуччи? Естественно. Блин, у меня Марса... О, волосы нашла. Марса, твои волосы везде. Не натуральная, могу сказать. Качественная копия. Слушай, респект тебе огромный за то, что ты это... Нет. Спокойно к этому относишься. Майкл Корс. Это Стокман, Санкт-Петербург. 45... тысяча не стоили, это коллекционные. Окей, расскажи в двух словах, чем ты занимаешься вообще по жизни? Ну, с чего? Я общепитом занимаюсь, с ресторанным бизнесе. А так, замужем, жду ребеночка. Какой подарок у Дедушки Мороза хочешь на Новый год попросить? Ну, мне муж заранее подарил машину. Я думаю, это все подарки окупаются. Вау! Слушай, я завидую немножечко. Я думаю, тоже в моем возрасте. Ты что, ебнулся, что ли? Нормально. Здрасте, как вас зовут? Александр. Блять, вот одна я, по-моему, лох сама себе на машину заработала. Новые какие-то вышли, Гуччи. Новые какие-то? Да, говно вопрос. Каждый раз покупаю говно это так. На них же камни такие были, ты их снял? Снял. Не нравится? Не погода и наряд немного не тот. Как бы я хотел быть... Я думал, просто скажет, я ж не баба, чтобы... Чё-то я, видимо, не догоняю. Да. Не знаю, сколько стоит, наверное, 1060, может, 70. Там какая-то коллекция. Я не знаю, я в Италии их покупал.
Сен-Лоран? Ну, я не знаю, она тысяч, наверное, может 45 стоит, может 50. Куртка Гуччи, которая американская коллекция. Пуховик, я не знаю, там 1150. И ты скажи, одна. С чем ты занимаешься? Чем-то мы с тобой похожи. Столько добра на тебе. Я пишу книжки. Ты писатель? Да. Больше 10 лет. Расскажи, какой подарок хочешь у Деда Мороза попросить на Новый год? Расскажи. Привет. Здрасте. Как тебя зовут? Лиля. Лиля, сколько лет тебе? 16. 16 лет, классно. А я же забыла, сколько лет. Сегодня надета, и сколько это стоит? На мне Уги. Ну, наверное, я не знаю, 2012-13 где-то, носки Гуччи. О, ты тоже более помню. Внутри. Я не знаю, сколько не в России покупала, ну, наверное, долларов 100 где-то, может, больше. Джинсы Зара, толстовка Зара, ну, я не знаю, 1006, наверное, все вместе стоит. Куртка Calvin Klein, 1020, Louis Vuitton рюкзак, 100 с чем-то, и вроде все. Ну, часы там, одежда. Я бы сказала, ой, извините, меня такси ждет. А нет, это автобус подъехал, простите. Я не знаю, сколько стоит, и все, в принципе. Супер, чем занимаешься? В школе учусь. Где деньги берешь на вещи дорогие, интересные? Папа, мама дают, дарят, покупают. Что хочешь, чтобы тебе мама с папой на Новый год подарили? А, я улетаю, не знаю, там куплю. А куда улетаешь? В Милан. Будешь там встречать? Второго туда улетаю. Сказала папе, типа, ничего не дари, я там все куплю. Ребят, мы встретили Серегу Косенко. Серег, привет. А кто это? Здорово. Вот это Dior. Я прилетел 3 дня назад из Рима. И вот в Риме есть офигенная такая площадь Испании, там их купил. Они там... А записать куда-то? Нет, не было. Нет, ну были камеры, конечно, но сейчас бы они не производились бы. Да. До этого, но они вот здесь порвались, огромная трещина была. Так было обидно, я, блин, и нигде нет, в России таких нет. Вот, и вот... Ну пришлось им полететь в Милан, конечно, и купил там. И вечером вернулся обратно с новыми штанами. Я в блоге своем показал, как я это сделал. Я тут проходил просто мимо, вот как раз в ЦУМ зашел на второй этаж, и там вот это. Вон, там написано, да? Dolce & Gabbana. Вот и купил. Сколько стоит? Что-то 100. Смени категорию, Джош Чатинг. Окей, дальше рубашка. Да, рубашка, в ней есть одно неудобство, что у нее пуговицы все время расстегиваются. Боже, сначала он это показал! Реально, рестриптизер. Уже начал качаться. Ужас! Не надо никогда так больше делать. Рубашка, по-моему... С укропом. Да, рубашка с укропом. Посмотри там бренд. Иу. Твое. Это Сэлла. Это Ботег Гвинета. Да, Ботег. Сколько такая стоит? Ну вот эту рубашку мне подогнал мой стилист. Я что-то сам покупаю, что-то стилист. У тебя еще стилист есть? Есть, да. Да, и он очень... Нихера, даже у меня стилиста нет, а Япона мать. Ну он не только мой, знаешь, он как бы общественный стилист. И ко мне тоже приходит. Я думаю, что она стоит где-то... В грудь волосатая. Нет! Тоже Dolce & Gabbana. Gabbana тоже в ЦУМе покупал здесь. Так, что еще у тебя из аксессуаров? Что-то есть, может? Есть часы. Йоу, это что такое? Это Брегье, тоже в ЦУМе. Ну такого не кайфую. Красота стоит. Где-то в другом месте. Это стоит, по-моему, 1,8, по-моему, или 2, что такое. Часы за почти 2 миллиона, шмотки такие дорогие, откуда ты деньги берешь? Слушай, ну я занимаюсь бизнесом уже, ну, почти всю жизнь, короче. Свитера с оленями. Но почти всю жизнь. Ну, много чего продаем. И есть вторая компания, мы организуем гивэвэи с самыми клевыми блогерами. Сейчас вот с Настей Ивлеевой делаем очень крутой. Гивэвэй — это конкурсы в Инстаграме большие. Познакомь нас с Настей Ивлеевой, мы у нее тоже интервью возьмем. Ты в Милан начни летать и появится? Ты понимал, она ни разу... Что, появится волосы на груди? Она тебя игнорит? Жестко. Она... Саша, она вон смайлики ставит. Правда? Сердечки. Блин, вот тебе повезло. Пиздец. Привет, как тебя зовут? Филипп. Филипп, сколько лет? 13. Сейчас, подождите. Nike X White Black. Так, вот мой топ-момент. Подождите, сейчас, секунду, мне тут надо... А от какого кайфуша? В смысле, от какого? Не от волосатого торса? Ща, подождите, да, сейчас все будет. Сейчас. Япона мазь. Что-то я... Мальчик? Мальчик, мой вариант?
Так, ну погнали дальше. Лазеры, я брал их на стоке за 35-37 вроде бы. Вот, потом штаны на Гавана. Запишу. Куртка Гуччи, которую я брал в Мюнхене за вроде бы около 70 тысяч евро вроде бы. Теперь майка, ну, long sleeve of white, которую я брал в Дубае за 25. Интересно, а что оно тоже будет снимать? Шапка Moncler 5000. И что вот я сегодня купил? Носки Гуччи. Две пары 16 тысяч. А можешь открыть, показать носочки? Да, конечно. О, как мило! Ну, и беленькие. Да. И кроссы за 14. Ну, я пытаюсь проползать здесь, чтобы не было видно. 8 тысяч. И AirPods 12. Слушай, а где ты деньги берешь? Родители дают. Они тебя одевают в ЦУМе? Да. Да, надо маме тоже сказать. Мам, ну какого хера я сама себе покупаю? Давай мне тоже денег. Незаконно? Нет, все законно. Скоро Новый год. Какой новогодний подарок хочешь получить? Шмотки, конечно. Какие? О чем мечтаешь? Ну вот сейчас хочу еще что-то себе в ЦУМе выбрать на Новый год. То есть сейчас это все на Новый год? Это, скорее всего, да. Сколько тебе требуется денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно? Ну вообще, я пока еще маленький, поэтому еду там родители. Ну, если на шмотки, ну, около 100 тысяч подойдет, наверное. Сколько ты за раз на шмотки спускал денег? Ох, это было в Дубае, в Дубай-моле, ну, около 200 тысяч, может быть. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Сапожки Касадея. Стоят они 100 тысяч. А то что-то дальше. А, тут. Вау, какая! А, это новая коллекция Алая. Буквально несколько дней назад приобрела 200 тысяч. Что-то я, видимо, не в кассе. Соболь, сами понимаете, дорого. Дорого. Для вас, только для вас цену 4 миллиона рублей. Я хотел сказать миллион, что-то ошиблась. Гермес. 50 тысяч рублей. А мой любименький, сладенький. Нет, правда, мне показалось Гермес издалека. Золото, платина, дорогие камни. 1,5 миллиона рублей. Куда? Куда? Там... Бриллианты. Мне показалось, там Дед Мороз. 1,5 миллиона рублей. Браслеты, мои любимые. Что там у нас? А, ну все понятно. Тут как бы 150. 2,5 миллиона еще... рублей. Все. Мой любимый. Все вместе взятые. Граф, бабочки, сережки, подвеска. Все идеально подобрано под платье. Тоже стоило 3 миллиона рублей. Фу, ребята! Стоимость сногсшибательного образа очаровательной Анны Калашниковой составила 12 миллионов 950 тысяч рублей. Человек, который оказался максимально близок к этой цифре, это ты. Ты победитель. Тебе на телефон прямо сейчас улетает 10 тысяч рублей. Мы тебя поздравляем. А сейчас новый розыгрыш. Погнали. И сегодня мы вновь разыграем один приз на 10 тысяч рублей на твой телефон. И чтобы выиграть, я, конечно, в шоке сейчас. Выполнить всего лишь три простых условия. Первое, подписаться на наш канал. Погнали дальше. Блин, а слушай, ну ты мне показал ну такое вообще. Ну так, нет, это подождите, это не хочу посмотреть. Давайте что-нибудь. О! Было очень много претендентов. Все хотят познакомиться с Олей. Член свисал. До самой земли ему было нереально трудно. Вот это все, короче, хрень, все мне родители помогают. Ну, уже видите, да, пластика, все дела. Просто вообще. Так, давайте. О, ну, а, ну это я видела, по-моему. Если хочешь еще больше роликов на тему «Сколько стоит шмот», переходи на наш второй канал «Дымоходик», ссылка в описании. Подписывайся на наш ТикТок и Инстаграм, ведь именно там мы общаемся со своими зрителями. И не забудь досмотреть это видео, потому что в конце ролика тебя ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. Погнали! Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Агнес. Агнес? Так, подождите, Агнес, это же мужик. Сколько лет, Агнес? Агнес, 18, ягодки исполнилось. Да. Самый сок, ягодка. Винишко. Интересно. Ты винишко тян? Нет, кун. Винишко кун? Да. Как... Чем отличает тян от кун? Ну, в моем случае ничем. А кун это парень? Это да.
Ты парень? Так я Агнес. Обувь Lost Inc. 4500 в районе, наверное, штанишки. Это замуж. В районе 2800. Что-то я говорю, что-то я не то, видимо, в этой жизни делаю. Как ты относишься к тому, что пострадали бедные овечки для того, чтобы ты носила такую красивую гепардовую? Секонди, я же не новых убил. То есть тот человек, который носил до тебя, взял грех на себя? Естественно, не я же. Я пойду продам нахер шубу. Я не грешница. Очки уже года два. Чёрт, уже не прокатит, блядь. Как быть-то? Открыл дизайнера блуза. Обязательно себя тут вводить как? Не могу не отметить, что помимо одежды, в твоем луке есть сумасшедший визаж. Ты сама его делала? Конечно, красками акварели, вот так. Сними очки ненадолго, покажись. Мы знаем, что дополнительная прибыль в вашем кармане будет не лишней. Делать что надо? Инвестирование в стартапы. Так вот, компания Стартап Фонд дает отличную возможность инвестировать в стартапы и зарабатывать на этом. Вы имеете в виду вот там. Ну ладно. И получать прибыль согласно заявленной. Никаких подводных камней. Вы просто инвестируете в стартапы и через определенный срок получаете положенную вам прибыль. Документы. Еще не все, что ли? Ты модель? Да, я модель. Профессиональная модель, занимаюсь этим уже 6 лет и кайфую от этого. Ну, начнем, наверное, с куртки. Это знакомые ребята мои, дизайнеры, называется Николай Легенда. Тапки немножечко у меня обычные, но я как бы вообще не стремаюсь. Это бершка, ну и как бы бершка и бершка. Штанцы, джинсики — это акне, стоили они примерно 25. Кофта вообще — это нравится мои этот. Тоже знакомые, прям секта, обожаю их. Стоит примерно 12. Слушай, ну у нас с тобой по стилю кофты похожи. Друзья твои делают? Да, я могу тебе подогнать. Давай, ты нам секту, а мы тебе поприм. Ну, поприм, так поприм. Ну, рассказывай, чем ты еще занимаешься помимо... Поприм, так поприм. Я вообще еще представитель модельного агентства. Я уже не сам порой хожу на съемки, отправляю своих моделей. Ну, давай так, скажи честно и прямо. Я сутенер, я Артемка, я сутенер. Я Артемка, я сутенер. Что, много девчонок уже в рабство продал? Ну, стараюсь, да, в Азию, в Европу. Не, самое главное, возвращаются, все отлично, зарабатывают, все прекрасно. Муа. Я еще... Вот кому мне надо. Движение. Блин. Нет, давайте я тогда что-нибудь другое скажу, потому что пока... Ну, ты понимаешь, я сейчас вспотну, а мне еще в этом ходить сегодня. Слушай, ну даже я могу какое-нибудь движение там с чем-нибудь вот такое показать. Ну, давай я тогда такое что-нибудь покажу. Ну, уже видите, да, пластика, все дела. Работает. Слушай, ну это максимум 1000 рублей за месяц. Ну, понимаешь, это Москва, здесь нужно вертеться, крутиться, выживать, поэтому косарь-то косарь. Сколько тебе надо денег вообще в месяц для твоей комфортной жизни? Для комфортной жизни, ну, где-то 1020. Привет. Привет. Как тебя зовут? Долларов. Меня зовут Яна. Ты знаешь, что, может быть, я и не похож на человека, который является большим фанатом холостяка, замуж за Бузову и теперь плана Б. Но это я. Я действительно смотрю эти программы. И ты помогала выбирать в первом же выпуске жениха, женихов пока что, да, большое количество, для своей подруги Оли Бузовой. Все верно, абсолютно верно. А можно я переключу этот, этот выпуск? Ой, господи. Ну что, с чего? Самого дешевого? Давай. Ну, брюки у меня Zara. 3900. Пиджачок off-white, но не видно. Под блейзер видно. Ну вот, да, off-white, такой красивый, стильный. Но он чуть подороже. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. А думаю, херня какая. Так. Что-нибудь. А давайте вот это. Давайте еще парочку и пойдем спать. Я не гоняю, и она эта шапка популярнее меня. Вот без придурков, и тогда будет хорошо. Без придурков. Без придурков. Я спросил за шмот, я попил компот. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. Всем хайлайтер, мы снова в поисках самых модных и стильных людей в самом центре Москвы. Еще больше роликов на тему «Сколько стоит шмот?» ты найдешь на нашем основном канале «Дымоход».
Ссылка в описании. Подписывайся на наш Инстаграм и ТикТок, там мы общаемся со своими зрителями. Подпишись на мой личный канал Саша Великолепный, где я снимаю проект «Сколько стоит хата». Ну и, конечно, досмотри это видео в конце ролика. Тебя ждет розыгрыш 5000 рублей. Погнали! Привет, как тебя зовут? Меня зовут Наташа. Наташа, а ты скрываешь возраст? А нет, мне 24. И, во-первых, начнем, наверное, с обуви. Мне их дал, эти ботинки мне дал сосед Паша. Это комбинезон, который я купила в Париже в секонде. 40 евро. А худи группы Passage, которые они мне подарили. Они... Прям сама группа Passage подарила? Ну да. Куртка. Куртка, я была в гостях, и, типа, мне было очень холодно, и мне девочка одна подарила эту куртку, потому что... Ну, это Левис. Или это Ли, не знаю. Что. Это Ли. Это Ли. Вот, и в итоге я в ней гоняю. А сумку, мне подарил такой парень, типа Коля Кошкош, художник. Вот, он такой, типа, тебе нужна сумка? Я говорю, да, мне нужна сумка. Он мне ее подарил. Шапка, я купила в секонде в 2015, по-моему, году. Секонд, который на Раменках. Пока. Я ее нашла, и такая, типа, я не могла ее сначала надеть. Но потом я ее растянула, и в итоге я в ней гоняю. Давай, спокойной ночи. Почему? User disconnected from your channel. Простите, а то он мне просто стоит на кнопке. Она меня растянула, и в итоге я в ней гоняю. Так, сейчас. В конце ролика. Я подарила, и в итоге я в ней гоняю. И она эта шапка популярнее меня. Я немножко Почему? Вообще не догоняю, честно. Сколько я просто... Наверное, рублей 300. Ну, вот, тебя прям спрашивают, кто ты, чем ты занимаешься, ты что отвечаешь? Я художник. Вот. Я художник, я учусь. На художника. Я всякие книжки умные читаю. А по первому образованию я художник русских народных промыслов и лаковой миниатюры. Знаешь такое? Хохлома. Да, да, да. Это... Гжель. Да, это пакер, это по... Типа, это которая, по-моему, она по... Ну, короче, это фарфор. А я по дереву все росписи знаю, по металлу. Что за фигня? Это федоскинская вообще. А ты мечтаешь поработать с кем-то из ныне живущих художников или брендов известных? Даже если я, это, наверное, не знаю, ты, даже если Twitch мне выкинул и кто-то пожаловался, очень смешно. В вашем кармане будет не лишний. Вы что-нибудь слышали про инвестирование в стартапы? Так вот, компания Стартап Фонд дает. Ой, это надо даже про это. И зарабатывать на этом. Сервис... Так, вот здесь погнали. Они стоили, ну, 800, наверное, где-то. Евро. Я такую вообще не знаю фирму, если честно. Карго. Я заказывал их там с какого-то, с Инстаграма, там за 800, что ли. Не 800, а 80 баксов. Футболка тоже самая обычная, она там баксов 10, наверное, стоит. Толстовка Off-White, я ее брал за где-то 400, год назад еще, баксов. Потом пуховик Moncler, он стоит где-то 1200. Часы самые обычные, типа Swiss Military, 300 баксов. Чисто. Когда заработаю, сам куплю то, что надо. Что хочешь купить, когда заработаешь? Там уже как пойдет. Наверное, посмотрим на Richard Mille и так далее. Ну и кошелек по классике. По классике? Тридцаточку? Да, где-то так. Я смотрю, ты не с пустыми руками из ЦУМа бежишь. Вышли сейчас, они, у них был дроп с Витман. Там, а что такое дроп, простите? Чисто нападает. Что-то я как-то, видимо, не очень. Нормально так. Там. Это пару соток, наверное, встало. Да. Больше 300. Расскажи, сколько тебе надо денег, чтобы ты себя хорошо и комфортно ощущал в месяц? В месяц? Ну, вообще в месяц я живу сам, учусь за границей, поэтому, ну, в целом где-то, чтобы хорошо себя чувствовать, надо около 1000 баксов. Это ты в школе учишься за границей? Да. Где? В Швейцарии. У нас были ребята, которые в швейцарских школах учились, там примерно 2 миллиона рублей в год. Так у тебя? Да, дед. Смотрим эту последнюю херотень, и я пошла спать. В российской школе. И потому что... Со швейцарскими девчонками, российские красивые... Как бы это, знаете ли... Российские девчонки, и все общаются с ними, поэтому... В Швейцарии российские девчонки. Валерия, сколько тебе лет, если не секрет? 31. Что за сапожки? Сен-Лорен. Сколько они... Нет, кожу дуже. 31 ей. Красивая. Что за пальто? Тоже Сен-Лорен. Что? Недорогие. Да. Лимитированная у тебя коллекция Убло. Обычная. Сколько Самая они? Обычная коллекция Убло. Чем ты занимаешься? Я работаю в крупной компании, которая занимается девелопментом. Есть ли у тебя?
ты одинока? Да. Огромное число людей появится, которые тебе напишут в директ, как ты относишься? Без придурков. Вот без придурков, и тогда будет хорошо. А как понять, что человек придурок? Что он должен такого написать? Да, что он должен такого написать, что он придурок? Должен мужик зарабатывать? Вот так вот, то есть он должен записать голосовое и поржать. Жена, ты же тебе не подходит, правильно? Не подходит, нет, совсем не подходит. Тогда, к сожалению, нет. Вот, кстати, придурок, это еще и женатый. Здорово, как тебя зовут? Сережа. Сереж, сколько лет? 15. Гуччи Райтоны, они 65500. Носки тоже Гуччи, 7000. Значит, брюки Гуччи, 62500 Farfetch. Так, ну, толстовка Гуччи, 78500. Louis Vuitton, она 38000 стоила. Так, ну, сколько шарф, у нас там? J Collections, он, по-моему, ну, 1006, наверное, не больше. Рюкзак, Louis Vuitton, вот, 127 тысяч. Пухан, это... Moncler. И Palm Angels, он стоил где-то 144 тысячи, вот так. Кошелек Louis Vuitton. 34 500. Блин, тоже с вами пойти, что ли, Пупа, это... Обычный Samsung, 17 тысяч, Galaxy Watch Active. И... Как это сказать, процессно? Очки... Не помню, по-моему, серебряное право, но тысяч, наверное, 15. Постоянно написывают, говорит мне про мои щеки. Говорит, что я постоянно жру. Ни хера не делаю. К сожалению, сейчас сумму брать то, что понравилось. А сколько тебе нужно копить, например, на пуховик за 140 кусков? Ну, наверное, месяц. День не поесть. Надо будет стараться. Ты копишь с того, что тебе дают родители, или где-то сам подрабатываешь? Так, стараюсь иногда подрабатывать, но и родители тоже не интересно. Поделись, как в 15 лет можно подрабатывать? Ну, сейчас очень многие занимаются ресейлом, на самом деле, вот, но я пробовал, ну, не совсем то. Вот, сейчас ставки, но это вообще тоже пробовал, тоже не получается абсолютно. Ну, то есть, если иметь какую-то репутацию, сейчас еще говорят, TikTok очень популярно, но меня это все раздражает, я не люблю вот это вот, ну, заработок на соцсетях, так что я думаю, надо просто стараться, трудиться и прокачивать свои мозги. Ну, ты перечислил все то, на чем у тебя не получается, а оно получается-то на чем? Ну, пробовал я на ресейле, получилось чуть-чуть, и получается зарабатывать на всяких, типа, ну, как биржевые, вот, на бирже. Играешь на бирже. Ну да, только вот это вот надо самое. Ничего себе. Да, такие проколы. Да столько можно там просрать, это просто капец. В России? Да, в России. Это дорогая школа? Нет, обычная школа московская. Бесплатная? Школа, да, бесплатная. У вас там, ты один такой модный? Нет, есть еще люди. Не являются шмотки объектом зависти других ребят, которые не могут себе такое позволить? Не, ну кто лохи, то, конечно, да. Потому что я, вот, когда, не знаю, одеваю модную одежду, я никогда не ставлю после этого себя выше других. О, вообще крутой чувак. Вот ему просто респектуха. Он просто вот лучший из всех тех, кого мы видели из этих трех видеороликов. Просто. Вот ты, например, о, чуваки, поехали сегодня... Вызовем Майбах и поедем потусим в клубе. Они такие, блин, ну мы, наверное, в МАК и на метро домой. Я в МАК и на метро домой тоже с ними. Привет. И я тоже. Лиза, сколько лет? 16. Это Прада. Сколько стоит? 66, по-моему. У меня вот это все, это Массимо Дутти. Я не знаю, сколько стоит, если честно. Потом... Странно, я все время говорила Массимо Дьюти. Ну ладно. След тоже ЛВ. Он стоит 1020, наверное. Куртка Balenciaga 180, и сумка тоже Balenciaga, я брал в Дубае. Блять, пойду выкину ее. Где ты такие огромные деньжища берешь? Родители. Все родители? Да, я с Камчатки. А, то бишь рыбехой. Рыбехой зарабатывают. В Москве есть частная школа, где можно учиться и жить. И отдавать красной икрой. Сестра, учимся там, ну, миллион с чем-то год. С человека? Да. Здорово, как зовут? Вова зовут. Сколько лет, Вов? 12. Визики. Вроде сотка. Визики, ну, визики, по-моему, у всех это стабилити. Как бы на Арбате это стабильно. А, ты диджей. У ЦУМа все стабильно. Штаны тоже подогнали, чё не знаю, но выглядит клёво. Коллаб, по-моему, Adidas с Александром Вонг. 2015, наверное, стоит? По-моему, чуть побольше, я не помню. Louis V, подарок бесценно, это тоже бесценно.
Сколько все кольца, посчитай вот так, сколько все стоит, кольца, цепи, сколько все? Я в рублях не шарю, я в кронах только могу. В кронах? Да, я из Чехии. А, ты чех? Ну да. Вау, крутяк! Приехал на концерт. Кого? Свой. Часы сколько? Ну где-то в рублях, наверное, 40 тоже. Шапку у тебя... Тебя откуда знать, как там, где? Фанат Йоджи. Год рождения твой написан, там, 3 октября 43-го. Да, я старый, как дед, тоже Луи Витон. 2040? Один клевый чувак, мне нравится. Ты здесь родился? Я родился в Финляндии, потом жил в Барсе, потом переехал в Питер, а потом из Питера, когда мне было 11, переехал. Вообще огонь. Сколько вот максимум у тебя получалось месяц вот на продакшене, на рэпе, на музыке? Ну рассказывали. Мы-то с бомжами как бы тут переговариваемся, аж в подъездах тусуемся. Сколько лям получалось делать? Ну за один раз получилось так. Я типа сделал альбом одному чуваку, западному. Зарубежному какому-то? Ну да. То есть ты, получается, еще и по-английски, и по-чешски разговариваешь? Да. И по-испански. Perderte es este su bolsa? Чего? Потерять? Что? Блять, извините, я не знаю. Как зовут? Сколько тебе лет, если не секрет? 28. Нанда Мути. 1030 стоит? Да. Джинсы Армани, евро 200. Футболка? Честно говоря, не помню. Естественно. Естественно. 200-250. Барбери. Пальто. Красоточку тоже такое хорошенькое. Наверное... 1000 евро. Сумка Прада. На наши деньги около, наверное, 300 тысяч. Портье. Ну и колечки-то всякие тоже. Ну рассказывай, Наташа, чем ты занимаешься? Я сижу с ребенком дома. Поэтому ничем не занимаюсь. Место женщины на кухне. Что ты скажешь по этому поводу? Конечно же. Место женщины в радости, счастье, в хорошем настроении. Поэтому, если она счастлива, получает удовольствие от жизни, от тех вещей, которые она делает, то, значит, там ее место. Йоу, ребята, йоу! Вот это вот это за... Кто? Я переквалифицировался из Face of Thrill Pill. На самом деле, я Трофим Вайлд, и мне 15 лет. Balenciaga Triple S, которые убиты уже конкретно, я ношу их полгода с лета. Но стоят они 55 тысяч. Штаны, штаники офф-вайтовские, 35 тысяч стоят они. Так, то бишь... Гуччи у нас, Гуччи Гэн, Гуччи Сквад. Блин, я думал, в холодильнике и со жрачкой. Не знаю, около сотки, наверное. Это лучшие слова, которые можно было сказать вообще за все существование нашей планеты. Но стоит она 1500, это все майки. Подарок мне сделали братаны на день рождения. Пухан, Дольче Габбана, моя самая дорогая покупка, которая когда-либо могла быть. Она стоит... То есть, я, видимо, немножко не в курсе, но... Ладно. С прошлого выпуска. С бриллиантами, с агатом, с белым золотом. В этом выпуске я не буду трясти пальцем, как в прошлый раз вот так вот. А стоит 70 тысяч. Часы просто. Смотрите, какие стильные. У меня тут раздражение на руке, поэтому пластырь надел. Делал под заказ санлайтовский. Это все. Золото стоит 200 тысяч рублей. Очки Валентина. 32 тысячи. Смотрите, какой стиль. Ну и сережка. Просто серебро обычное. Косарь стоит. Рюкзак Gucci. Покупал его, кстати, в Турции еще. Он там стоит дешевле, чем у нас. За 8... Потому что на базаре. Ты берешь, чувак, 15 лет. Откуда все это? Ну, мне 15 лет, я еще не могу, по сути, зарабатывать. Но у меня мамочка, я тебя люблю, мамочка. Ты смотришь этот выпуск, я знаю. Она мне дает денежку на вот это все, чтобы я стильно выглядел. Ты очень... Сильно выглядел. На таком посыле, ну... чем ты Моргенштерна напоминаешь. По-любому сейчас найдутся люди, которые скажут, бля, но он все за Моргенштерном повторяет. Не, Моргенштерн клевый чувак. Я вообще его считаю, в принципе, очень крутым пацаном. Я за ним не то что стараюсь повторять, я просто хочу быть похожим на него. Эй, яу, подошел дымоход, он меня спросил за шмот. Я попил компот, яу, яу, Трофим Байет, да, Трофим Байет, бля. У рэперов что должно быть обязательно? Сучки есть у тебя, сучки? Сучки есть. Куришь ли ты жирный член? Когда как, по настроению, но вообще да, обычно. А что мама вообще думает на тему того, что ты такой прям рэпер уже, члены жирные куришь там, с девчонками мутишь? Ну, сначала мама, когда посмотрела выпуск, потому что я ей не говорил, а она как-то сама нашла, я не знаю как. Вот это читка вообще. Слава богу. Нашла и такая, это, ты что там, маты говоришь, плохо очень. Но сейчас она стала хорошо к этому относиться, типа, ну она понимает, что я, типа, это делаю все для образа своего. На самом деле я другой человек в жизни.
Ну, я сейчас себя веду, типа, во, я крутой, типа, мои треки это супер, курю жирные члены и все такое. На самом деле, я такой же человек, как и все. Именно цепь стоит свыше сотки, твой хохочет меня и кидает дерет фотки. Это, сука, пряно мне, я порву на ней колготки. И мой член это рулетка, измеряет длину гладки. А-хо. А теперь перейдем в итоги предыдущего розыгрыша. Кроссовки. Боже, что я сейчас услышала? Что это сейчас было? Парка, фила. Я ж прослезилась. И рюкзак New Balance 1200 рублей. Вот это кобзда, конечно. Бля, я еще хочу посмотреть. Смешно, я не могу. Так, давайте последнюю, реально последнюю, ну все. Ну просто. Но я на втором месте. Ну-ка, открой, понюхаем. Только не показывай. Мне обычно пишут только что-то нехорошее. Ты красава, на... Вообще! Всем привет! Да просто... В центре Москвы в поле. Точно последний, ну потому что время три ночи. Еще больше роликов на тему «Сколько стоит шмот» ты найдешь на нашем втором канале «Дымоходик». Ссылка в описании. Подписывайся на наш инстаграм. Так, хорош трепаться, погнали. Тебя ни разу не встречали. Я обычно вечером захожу, это сегодня пораньше, ну ребенок там все дела, сегодня пораньше, а так... Только по вечерам. Ну, мы тебя, во-первых, поздравляем с рождением ребенка. Это круто. Кто это? От души. Паш, во-вторых, ты мне скажи, на 17-й хип-хоп-ру ты залетаешь? Не-не, я не успел. Он же вчера был этот самый, а я, короче, не успел. Хотел... Сегодня дат съемок, да, поясним, сегодня дат съемок у нас 10-е число. 10-е число, да, а там было до 9-го. Мне писал админ оттуда, говорит, ты сдай, короче, типа, я говорю, зачем мне это надо, типа, он говорит, ну там старики вернулись, Окси, Крид, там то все. Я говорю, ладно, окей, а я был в Турции в тот момент, и, короче, так. Ну, не успел. Ну и как бы хуйня. Не, на самом деле, честно, хотел. Ну какая-то, ой, у меня упали все мои книжечки. Мне это не нравится, очень много трепется. Так-то. Ну так-то в ус не дуем, ёпта. А по остальным вещам тогда раскидай, что он у тебя почем ты купил и почем ты можешь загнать. Ну смотри, вот эту где-то за 12, по-моему, взял. Вот. Упало, все. Я не помню, 12-15 ты так продал. Бля, я ржу просто до слез, честно. Также, блядь, 12, это же, так смешно. Ты что, на коленях стоял? Чуть грязные портки. Я сегодня на метро просто ехал, прям шоссе энтузиастов стоит, короче, пришлось на метро с Перова хуярить, короче. С Перова хуярить. Знаешь, какие люди ездят. Я не могу вообще. Что такое, замафлил? И кеды. Всё, кеды, короче. Ой, над чуваком ору вообще, вот этот просто космический чувак. Пару тысяч евро, может даже 2,5. 14 тысяч рублей. А хера тебе, лысого, 14 косарей. В Италию где-то там, в районе, куда тут последний раз было, за полторы вот вообще. Ой, лучше просто вообще. Сеньор, пор фавор, там. Я говорю, кай, брат, говорю, чтоб ты рад был. А он потом, оказывается, их сам перепродает, прикинь. Там уже, то есть шмот... Еще дороже. Да, он мне как-то еще носит, потом, да. А уже как бы, это их дело, мне-то мое дело не в этом. Главное, что ты нормальные бабки поднимаешь. Конечно, совершенно верно. Я... У тебя сейчас, наверное, жена кайфовая не работает. Так жена, она женской линейкой, но ценится, комьюнити занимается. Там сумочки, чуть-чуть, и там... Цацки такие там. В основном шмотки. Семейный подряд у вас такой. Да, семейный. На работу не берут, так решили. А это подработочка такая хорошая. Ну, так, между сторисами, я так думаю. Ну, между сторисами для нашей программы. Скажи, сколько тебе в месяц приносит. Честно? Ну, ты же не будешь этого делать. Вот, вообще лучше просто. Честных подписчиков. Давай скажу в среднем. Ты имеешь в виду вот на этом, да? Ну, 4 где-то ляма вот так вот. 3-4 вот так. Ну, я не так, знаешь. Ну так, среднячок сказал. Ты заметил запах Италии, чувствуешь? Ну-ка, открой, понюхаем. Только не показывай. Норм, да? Впервые понюхал с Пашей технику вместе. Да, да, да. Кайфовая тема, да? Вот, не да. Многие. Он по чем-то? Вопрос, а это законно, и брат, передачи же показали с адвокатом. Тем более в России. Что творит? Что мы смотрим? Пацанов взял. Они там у себя где-то там, это уже их дела, да? Какой-то странный чувак. Меня порадовали, прежде всего. Ну, так, ладно, давайте следующий, погнали. На рынках. Он, конечно, смешной, но... Я вот с тех пор, как с пацанами, ну, мне перебросил. Кто у нас? О, чувак какой-то тут будет следующий, давай. Давай. 100 рублей же стоит. Здорово, как зовут? Так, здорово. Кирилл. Сколько лет, Кирилл, йоу? Он под рэпом. 16 лет. 16 лет.
купил всякие треки, купил их на Новый год. Да вообще. 63 тысячи рублей. Далее это из коллаборации Nike с Fear of God, стоит около 18. Palmer, у него какие-то колготки. Колка 21 тысячу стоит. Это обычная бижутерная цепочка, стоит 1010. Вот это мне подарили на день рождения, стоит, ну, около 300 тысяч. Даже 300 тысяч? Это брюлики? Белая, да, и брюлики. Ё-ма, кто тебе родители подарили? Да, очень добрые они люди, спасибо им, ценю их. Очень добрые люди. Спасибо. Блин, надо маме сказать, я тоже хочу брюлики там такие все. Как у него, с него пример брал. Сумка Gucci стоит 80 тысяч рублей. Что-то я... Дорогой, что у меня осталось там в основном лекарства, я болею все-таки. Это кошелек Louis Vuitton за 25 тысяч рублей. Ты говоришь... Лекарство, чем ты болеешь-то? Да вот, насморк, сопли, горло. Так получается, мне от тебя подальше надо держаться, чтобы ты меня не заразил? Да не, это же не передается капельным путем. Чем ты занимаешься в свои годы? Интересно, чем это передается, когда я лобзаюсь? Ой, вообще не могу, просто огонь. Прекрасно. ОГМ. А, сейчас же еще это... ОГЭ, еще какие-то. Родители такие тебе подарки дают. Да, очень люблю их за это. Не зарабатываешь пока сам? Пока нет, но я создал объединение Гараж Гэнг. Вот там в воде. Слушать музыку моих друзей, меня. Что-то мне не заходит этот чувак. Мне не нравится. Да? Поделишься с нами? 37. Туфли Витмо, что-то около 90 тысяч. Юбка Кельвин Кляйн. Не помню, что-то около 70. Жак Мюс 40. Рубашка Мосс 1020. Сумка. У нее, походу, ТОС. Медея. Новая марка парижская. Не знаю такой. М20 50. Ролекс чуть больше миллиона. Я не помню, правда. Булгари. Ну, каждая из них порядка 390 тысяч. Булгари, тут бриллианты, он типа... Ну, так мило. 200 с чем-то. Марс, иди сюда. Ну, такая же херня вообще. И Cartier 357. Мне показалось, у нее мишки толстые. И Каф, Булгари 98, это тоже хорошо. Вот это клево, мне нравится. Булгари... Да я вообще бомжа. Как такой бомжихе можно что-то знать, ты что? Помню, 300 куда там? А вот эта мороженка, она очень крутая. Мороженка. Булка. Иди сюда, сосиска толстая. Что в этой жизни позволяет тебе так красиво и стильно одеваться? Ну, я сама. Что еще может позволять? Чем ты занимаешься? А, ну, вот мой образ, вернее, моя работа, скажем так, она мне не то чтобы позволяет это делать, как раз-таки она меня больше ограничивает, потому что клиентам наряжаться вот таким образом ни в коем случае, конечно, нельзя. Поэтому я выгляжу гораздо скромнее в обычные будние дни. Занимаюсь я ивент-бизнесом, у меня свое агентство по организации мероприятий. Клоун. Сосиска толстая, это мол. Нет, это кошечка моя. Да я не считала. Сосиска толстая. А ты как меня называешь? Ты меня постоянно называешь как-то... В какое-то уныние там. Подумаю, господи, сколько мы тратим денег, все продам и уйду в Тибет. Зачем, как бы? Ну а как же старая? Блин, классная тетя вообще. Мне очень-очень нравится. Нет, будучи красивой, яркой женщиной, найти себе мужчину, за которым как за каменной стеной. Волосы у нее клевые вообще. Ты меня ненормально называешь постоянно, так что молчи тут, сиди. Уважительно, конечно, да-да-да. И не делала бы ничего, была бы такая вот прям Золушка, прям из какой-нибудь, из, не знаю, из Бергельды приехала такая, не знаю, колхозница, и такая, и тут у нее Мазерати, Майбах, вот Булгари, все тебе, все. Это все полная чушь, на самом деле это время давно ушло, мы уже ушли с вами из 90-х, поэтому ты делаешь... Так, поехали дальше. Кельвин покупал... Не помню точно. Майка обычная за. А что-то меня уже достало, если честно, сегодня это все смотреть. В районе 20-ки. Так, часы. Тисот. 45 тысяч. Покрашено до укладки. Собственное производство. Нет, цвет, ну классный же. Цвет вообще. Ну такой прикольный, прям довольно такие. Почему? Наушники. 270 тысяч. 750-я проба золота. Тоже собственное производство.
Ласка. Ты хочешь сказать, что типа вот эти наушники, которые у тебя в ушах, AirPods, ты их сам сделал? Да, мы занимаемся. Обалдеть. Два месяца назад про наушники, которые тоже типа из золота делают. Наушники из золота. Два месяца назад, он вышел 3 недели назад. Там испанец, один ювелир, Пабло, снял это видео. Но дело в том, что... Нет, я про цвет, цвет, цвет. Это мы тоже сейчас смотрели выпуск. Мужик прям, извините, мужик, парень весь из себя такой прям крутой, ага-га-га. А волосы постирать, а волосы помыть забыл. Вот это, конечно, провалило. Что там, что там? То есть под этим корпусом. Да у мужика, мне куртка у него цвет нравится просто вообще, я от нее кайфую. Так, давайте послушаем, подождите. Соответственно, как у Павла на видео, у него полностью это золото. Марс, иди сюда, пушистик. И наушники не подключатся ни к телефону, ни к кейсу. Поэтому мы первые, кто сделали функциональные золотые наушники AirPods. Слушай, прикольно. Это же здорово, когда... приносить вообще денег. Ну, если это не секрет, конечно. Когда голова так варит, ну, ты что-то придумываешь свое. От классно. От сезонности и тому подобное, но в целом приносит... Бля, можно зарабатывать? Можно. А два? Ну, если хорошо постараться. Дим, привет. Здорово, ребята. Видишь, мы все останавливаем людей пешком у ЦУМа, а тебя остановили прямо на машине. Не, я просто супругу жду, она сейчас должна выйти. Это у тебя новая тачка, да? Не успевай следить просто за сменой аппаратов. Ну как новая? Меньше года, это Феррари. Да так! Рассказывай, как твоя жизнь изменилась. Говно какое-то тут. Поменялась прическа. Да, я недавно вот обновил себе стелек. Стелек. Стелек такой. Своими этими шевелюрами. Попатлами. На самом деле, много времени тратится каждый день. А ничего, симпотный. Я немного повзрослел. Мы слетали в тайгу. Обнулились, нас всех побрили, и, в общем, я решил... А он в ссылку его, что ли, отправили, а он вернулся обратно. Сегодня, там 25, по-моему, они стоят. А потом, значит, толстовка, тоже Louis Vuitton, 48, 48 тысяч. Она что, вообще без лейбов? Ну, вот здесь... Я думала, с другой стороны. Сумка моя любимая, блин, не могу от нее отказаться. Это тоже Louis Vuitton, в районе 90, по-моему, она стоит, что-то такое. 94. Да. Это Stone Island, у меня разных... С посылкой его отправили. Джинсы к штанам. К штанам, к штанам, к брюкам. Все изики, которые были, я их все собираю. Так-то, ну да ладно. Мне просто не нравится. Это Matchbox, сколько они стоят, 30? 30. Где-то так. Марс, иди сюда. Формула 1 Абу-Даби. Ну, я там вообще молчу, наверное, миллион. Как у тебя сейчас, простите, чуть-чуть ошиблась. Конфликтами, с кем на этот раз бифы? А, слушай, я вообще стараюсь... Что такое бифы? Не конфликтовать, особо никому не отвечать. Мы делаем свой бизнес, делаем классные продукты, кайфуем от жизни. И я особо... Ой, мне показалось, там Гошку Ценк сидел. Смотрите, лысый сидит. Бывает, это нормально. Куда без этого? В нашей теме. Но если бы люди знали, конечно, что кем я был там 10 лет назад, и откуда я вообще родом, и что у меня было, я думаю, что эти люди бы немножко пересмотрели бы свой взгляд. Ты, короче, устал кому-то что-то доказывать и просто делаешь бизнес. Вообще, доказательная позиция — это проигрышный вариант, потому что, ну, всем не докажешь, и лучше тратить энергию на саморазвитие, на бизнес, на семью, на свою... На кайфушки всякие, на путешествия. Кайфушки. И, в общем... Да я говорю, сидит такой в камеру, смотрит, ну я-то здесь вообще, вот, чуваки, я здесь сижу, какого черта? Вы вот... У тебя такая тачка, молодец, 30 лет. Странно, что он им вообще не втащил. Спасибо тебе большое. Расскажи, у тебя изменилась сумма в месяц комфортная? Ну, типа как, знаете, так, знаешь, ну, это вообще, кто чувак? На самом деле, я как-то особо не считаю. Особо не считаю, особо стараюсь не расстраивать себя своими расходами. Вот, бывает и нет расходов, когда ты постоянно в работе, каждый день дом, работа, работа, дом. Я питаюсь на базе, в офисе, обычной едой. Обычной едой. Расскажи-ка. В коробочках еда. Дошек. Картошечка. Чуть-чуть. Дошек? Но ты снимаешь же выпуски про разного рода бизнесы. Да. А у нас канал тоже же бизнес в какой-то степени. Бизнес? Ну, для вас это бизнес, да, конечно. Это же дело, которое приносит прибыль, разве не это? Баблишко. Да, так, да, что у нас тут там еще? Сейчас давайте посмотрим. Привет, как тебя зовут? Привет, Картье. Картье? Да. Ты уже начал о своих вещах рассказывать сейчас или реальное имя говоришь? Реальное имя говорю. Так, мне надо что-то. Да.
Простите, фамилия? Пожалуйста. Бугатти. Картье Бугатти? Да. А кто тебя так назвал? У нас немного странная семья. Да, ну как бы да. Все, ладно, мы еще о странностях твоих поговорим. А сколько тебе лет? 19. Это ага. По бартеру было. По бартеру. Не помню даже его название. А ты что им дала? Отметила в Инстаграме. Ты очень популярна в Инстаграме? Прям типа Баленсиага? Я не буду этого говорить. Колготки. Это линия моей подруги. Ой, зацепочка. Пускает свои колготки. Шортики. Это магазин Мохито, я не помню, за сколько я их покупала. Клевые шорты, мне нравятся. Блузочка? Зара. Классная. Тоже примерно 2000. Ну да. У тебя какие-то цепи, это золото? Нет. Это тоже из шоурума, того же. Тоже бартер. Тоже по бартеру. Да. Покажи, что сколько у тебя татуировок. Тоже по бартеру. Я их не считала, потому что, мне кажется, не знаю, их много. У меня рукав набит. Боже, она крутая. Мне... Ого, а можно показать? Нам расстегнуть? Могу так показать. Сколько тебе вообще в месяц нужно денег для твоей комфортной жизни? Ну, денег мне все-таки нужно достаточно. Мне кажется, ну, 1300 мне будет достаточно. На что они у тебя будут уходить? Ну, мне очень интересно. Сходить на татуировки также. Куда-нибудь сходить. Целиком. Как парень твой относится к твоей популярности, если тебе вдруг начнут... Какой парень? ...в директ после этого интервью? Не начнут. Мне обычно пишут только что-то нехорошее. Почему? Ну, у меня же были интервью у Дождя, и не один раз. И после этого мне писали только негативное. А что за интервью, на какую тему? Митинг. Ты его организовала? Нет, я вообще не знаю, что такое митинг. Я макшнакнакс искала и попала на митинг. Что? Тебя взяли интервью? Да. Я даже выговорить это не могу. Смешно, кстати. Сказали, что я глупая. Ну ладно, неважно. Она, видимо, какой-то магазин искала. Я просто искала макшнакнакс. Макшнакнакс. Подожди. Макшнакнакс. Макшнакнакс. Макдокнак? Что? Макдональдс. Нет, не Макдональдс, а Макшнакнекс. Макшнакнекс. Заведение. Есть такое заведение? Я просто не шарю. Что за заведение? Да, очень элитное. Ресторан такой. Макшнакнекс. Что-то, блядь, я, видимо, не... Я что спрашивали? Спрашивали? Не вкуриваю вообще. А ты что сказала? Сказала, что еще это заведение. Дальше задавали еще какие-то вопросы. Вообще не знала, что отвечать. А я вообще не в курсе, о чем они. И за это тебя захейтили? Да, тоже не понимаю. Слушай, ну если... Революцию кто строил? То ты же не обязана знать ничего о нем. Ну, вот так получилось. А потом там оказались симпатичные ОМОНовцы, с которыми мы хотели просто познакомиться ради фоточки. Так? Вот. И об этом тоже у нас спрашивали с моей сестрой. Ты хотела познакомиться с ОМОНовцем, чтобы сфоткаться? Да. А зачем тебе фотка с ОМОНовцем? Ну это же круто. Зачем она? Ну расскажи, в чем прикол? В чем? В Инстаграм выложить. Что написать? Я с моим другом. Просто без подписи фотку? Да. Я не шарю, наверное. Может, мне уже тоже пора пойти с ОМОНовцем сфоткаться? Просто, дружище, дай пятюню. Еще митинг. Теперь я знаю, что такое митинги. Что? Митинги? Там, где я ищу Макшнакнекс, а мне не говорят. Вроде. А зачем да это не точно. Вообще? Ну, просто походить по улице, проветриться, всем дружно. А если на митинге все законно, зачем так, там такое большое количество полиции и ОМОНа? Чтобы люди фотографировались и знакомились. Это просто топ. Посвященное... Фотографию с ОМОНом. Правопорядка. Да. Ты уверена в этом? Да. Это типа такого большого фестиваля, на который люди приходят сделать фотографию с ОМОНовцем, или с полицейским, или с сотрудником Росгвардии, и выложить в Инстаграм. Да. А есть какой-то хэштег у этого мероприятия? Митинг. Тебе вообще комфортно живется в этой стране? Я в шоке. Есть какие-то моменты напрягающие, может? Напрягающие. Макшнакнакс не так легко найти. Только это.
да. Но на митинге много было нерусских? Нет. Поэтому митинги это, в принципе, клево. Да, все ходите на митинги. А теперь давайте подведем итоги предыдущего. Боже! Слушайте, ребят, ну такое посмотреть и не угарнуть, это, конечно, да. Это, конечно, такое себе. Круто, круто. На самом деле, можно будет еще завтра глянуть парочку выпусков, но это очень-очень смешно. Ну, как бы, понтоваться тем, что у тебя дорогие вещи, и об этом настолько воодушевленно рассказывать, это... Я не знаю, я не знаю. Это вот... Ну, ладно, я не буду об этом говорить, но, в общем, это... В общем, это очень смешно и очень здорово. Да, обязательно. Я надеюсь. Здравствуйте. Здравствуйте и спокойной ночи. Вот. Так что да, это было очень-очень-очень смешно. Нет, но... Ладно, завтра поговорим, потому что время уже 3 ночи, а мне завтра на работу. Так что давайте всем до завтра. Завтра с вами всеми увидимся и посмотрим еще этот топчик и поржом. Ну, я имею в виду над собой поржом, не над людьми, которые там, естественно, снимаются, потому что они, в принципе... Да, да, пошла я. Все, давайте, всем спокойной ночи, всем до завтра, хорошего дня, бла-бла-бла и бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Все, пока.